Люцифер был лидером штурмового отряда Дунгуард, в первой атакующей волне Пылающего Легиона, ведомый темным лордом Саргарасом. С исчезновением своего лидера, Люцифер поклялся вечной преданности Легиону, дабы завершить то, что начал его хозяин. Поглощая более слабых противников во имя своей алчности, дробя души тех, кто достаточно силен и храбр, чтобы выдержать его силу и вступить в его пылающую обитель, Люцифер не оставляет живых. Те же, кто предстают перед его ликом, пройдя через все преграды, умирают в агонии злого рока. Вот такая вот, друзья, как обычно, вставочка была для вас. Сегодня гайд у нас на Дума. Расскажу вам про его способности, про особенности первого спелла, про особенности третьего и особенности ультимейта. Соответственно, второй спелл, в принципе, очень легкий. И чтобы его понять, ничего особо делать не нужно. Ребят, всем приятного просмотра. Усаживайтесь поудобнее и поехали. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже позволяет нам получить экстра золото в зависимости от уровня прокачки и, соответственно, взять какую-то способность лесного крипа или вообще, в принципе, скрипов, но только с лесных можно брать, потому что я уже все проверил и, соответственно, поэтому говорю. Оставлю ссылку в описании, обязательно, ребят, смотрите, какие крипы есть в лесу, какой крип самый лучший и выбирайте, особенно вот на Дума, да, вот какой-то крип может абсолютно классно подойти, вы можете скушать крипа и получить его способность. Обязательно смотрите ссылку в описании, какие лесные крипы у нас есть, там есть все крипы, абсолютно эншенты, все первые, второй, третьей стадии крипы, соответственно, смотрите, информация очень полезная, и думайте, какой крип подходит к Думу лучше. Что ж, возвращаемся. Смотрите, в общем, первый спелл у нас такой. В зависимости от уровня прокачки, у нас есть свои колдауны и свое экстра золото. Смотрите, давайте пройдемся по колдауну. Колдаун у нас 70, 60, 50 и 40 секунд. Монокост у нас всегда один, 60 маны. 60 маны берет данная способность, и, соответственно, экстра золото у нас будет такое 25, 50, 75 и 100. Экстра золото — это значит, что по окончании этой способности, когда крип у нас переварится, а крип у нас переварится по 20 хп в секунду, соответственно, мы получим вот этот бонус. 100 золота, 75, 50 или 25 золота, в зависимости от уровня прокачки. И, соответственно, мы получим способность, о которой я уже сказал. Смотрите, допустим, вы видите, у меня уже есть способность Торнадо плюс армор, и, соответственно, скушав, допустим, этого крипа, мы получим способность вот этого лесного крипа. Скушав какого-то определенного обычного типа крипа, ну, мы получим просто золото. Помимо этого, стоит знать, что по окончании вот этой вот способности мы получим экстра золото, о котором я уже говорил, и, что не самое такое, знаете, не самое такое, что нужно пропускать, это то, что когда мы кушаем вот этого крипа, то есть, смотрите, золото у нас 903 копейки, 905, то есть мы кушаем, мы получаем сразу за этого крипа уже золото, как будто мы его добили, и, соответственно, по окончании способности мы получаем экстра золото. Плюс мы получаем определенную способность, которую мы, так сказать, берем с этого крипа. С Форджета мы ничего не получим, абсолютно. Мы ничего не получим с волка, с волка волков, и, соответственно, с фамильяров мы тоже ничего не получаем, и фамильяров просто скушать не можем. И, ну, и по Риксару, в принципе, тут тоже такая тема, что Риксар тоже ничего нам не дает, кабанчика кушаем и как бы ничего не происходит. Просто считается, что просто убиваем и все. Ну и, соответственно, на крипа, который типа летающий, допустим, как птичка у него, мы тоже ничего не получим за него. Вроде, в принципе, по данной способности все рассказал. Дистанция у нас кушания, так сказать, 300. И, соответственно, о чем еще нужно знать, так как у нас колдаун на ласт левеле 40 секунд, если мы скушаем самого большого крипа, то у нас крип будет перевариваться дольше, чем у нас пройдет колдаун. То есть, соответственно, ребят, прежде чем кушать большого крипа, чтобы сразу его засуицидить, получить за него золото и потом получить экстра золото. А чем раньше крип переварится, тем раньше вы получите золото. Соответственно, лучше его немножко подбить и на лоу хп его, так сказать, скушать и, так сказать, откатить наш, ну, не колдаун, а чтобы спел у нас появился. И самая важная тема еще, когда мы прокачиваем, допустим, способность, если у нас есть плюсик, то если мы кого-то переварим, эта способность не горит. То есть ее мы прокачать не можем, когда мы кушаем, когда мы перевариваем. Понимаете? Вот, то есть вот такая вот особенность, о которой нужно знать. Что ж, в общем, по этому спелу все. Погнали ко второму. Итак, друзья, самое время поговорить о втором спеле. Второй спел у нас это такой спел, который действует в виде ауры на своего персонажа, то есть именно на Дума непосредственно, и на его подконтрольных юнитов, то есть будь то некрат, там, допустим, или скелетики от лесного тролля, но не суть. Смотрите, этот спел такой, он имеет, то есть давайте прожмем для начала, чтобы было понятнее объяснить. Смотрите, он имеет вот такую тауешку, это 600 тауе. Когда Дума ее прожимает, во-первых, что Думу добавляется? У Думы повышается movement speed на 16% на каждом левеле. Он никак не улучшается. И с уровнем прокачки у нас увеличивается damage
который будет исходить из этой ауры, то есть кто будет заходить в это горение, они будут получать дэмэдж плюс. В это время, как Doom со вторым спеллом находится, он начинает жестко регениться. Реген, он контачит вместе, то есть с дэмэджем, то есть, соответственно, 12 дэмэджа, 12 хила на первом левеле, на втором левеле 23 дэмэджа, 23 хила, 34 дэмэджа, 34 хила и 45 дэмэджа и 45 хила на себя. Длительность вот этой способности, она тоже разная. На первом левеле 10, на втором 12, на третьем 14, на четвертом 16 секунд. Moment Speed я уже сказал, по монокостам 60, 65, 70, 75, также сказал, колдаун 55. Колдаун очень большой, эту способность нельзя развеять, к сожалению или к счастью, я не знаю. И в общей сложности этот спелл выхиливает очень много, без учета всяких там, ну, резистов, типа 720 хп на лост левеле, 476 на третьем, 276 на втором и 120 хп на первом левеле. Это очень такой бомбезный спелл, я считаю, и реально полезный. Радиус 600, я уже повторюсь, ребят, и... То есть работает это так примерно, как помните, раньше было, приходилось, так сказать, кидать, помните, раньше на область второй спелл кидался, а сейчас этот спелл, он привязан за думом, и то есть можно ходить вот так вот запиливать, и это прикольно, мало того, что он еще дамажит этот спелл, так он еще и хилит. В принципе, по этому спеллу все, ну, магические... резисты и нерезисты, это все как бы учитывать надо, потому что это магический дэмэдж. Плюс те, кто находится enemy в БКБ, им дэмэдж этот не будет наноситься, но нас будет хилить. В принципе, вот такой вот спелл, ребят. Поехали на третий спелл. Итак, друзья, приступаем же к нашей третьей способности. Ребят, многие ребята не знают, как работает третья способность. Вернее, они знают, как она работает. Она таргетная, наносит дэмэдж, немного простанивает, является очень хорошим нюком с хорошим колдауном и с хорошим монокостом. Но не знают некоторых нюансов, как, допустим, нанести дэмэджа больше. Ребят, для того, чтобы понимать, как нанести дэмэджа больше, вот вам подсказочка обязательно. Я буду ее вставлять не один раз еще. В этом видео, именно вот в этом моменте, на данном спелле. Так что, ребят, останавливайтесь, смотрите данную подсказочку. Это наш будет мультиплеер, так сказать, который будет позволять наносить дэмэджа больше, в зависимости от уровня прокачки. Смотрите, давайте разберем детально. В зависимости от уровня прокачки будет у нас наноситься дэмэдж фиксированный, и у нас идет мультиплеер 6, 5, 4 и 3 левелы. Если делится, то, соответственно, дэмэджа будем получать вернее, наносить больше. Соответственно, о чем это говорит? Смотрите, на первом левеле 125 дэмэджа мы можем нанести фиксированно, и если левел будет делиться на 6, то есть там 6, 12, 18 и так далее, то мы нанесем на 20% больше дэмэджа именно от максимального здоровья нашего оппонента. На втором левеле 175 дэмэджа фиксировано и деление на 5, то есть 5, 10, 15, 20 и так далее. На третьем левеле 225 дэмэджа, 4, 8 и так далее, то есть 4, 8, там что там, 12, там 16, да, ну с математикой у меня беда, ребят, но поэтому вот подсказочка, кто там, какой раз уже там, второй, третий раз вставляем, подсказочка, ребят, подсказочка, смотрим. На четвертом левеле 275 дэмэджа и делится левел на 3, 3, 6, там 12, 18, соответственно, вот как-то так это и будет работать. Давайте я вам покажу. Смотрите, про колдаун монокост я сказал, монокост 110, КД 7, и, соответственно, смотрите, прокачиваем на разок. У инвокера сейчас 10 уровень, соответственно, у нас должно делиться на 6, 12, 18, но тут никак не делится, и, соответственно, мы даем, наносим дэмэдж, и, к сожалению, никакого бонуса мы не получаем. Вот, то есть, и теперь давайте же сделаем так. Пропишем инвокеру левел чуть-чуть побольше, LVL 2. То есть 12 уровень. 12 уровень у нас делится, что там, на 3, допустим, на 3 уровень. Давайте в 3 вкачаем. То есть, да, соответственно, у нас сейчас левел должен делиться на 4, типа, да, и мы должны нанести бонусную дэмэдж. То есть, смотрите, как это работает. То есть, допустим, опа, и бонусный дэмэдж сработал. То есть, соответственно, стала у нас способность на третий уровень. То есть, мы прокачали наш спелл в 3, в троечку. И у нас теперь мультиплеер 4. То есть, соответственно, 4 у нас будет делиться на 12, на 16 и так далее. И если мы докачиваем, то есть у нас получается уже способность докачана, смотрите. У нас получается уже делится на 3. И бонус мы уже теряем, понимаете? Нет? А, тройка делится, ребят, тройка делится. Вот получается 3, 6, 9, 12, да, делится. И, соответственно, бонус у нас остается. Но я не великий математик, поэтому, ребят, вот табличка. Еще раз смотрим, запоминаем. Эта табличка позволит вам запомнить и понять. Ну, если вы очень хорошо считаете в уме, то просто без таблички вам будет
изи пользоваться данной способностью. То есть, если у нас левел делится, в зависимости от уровня нашего прокачки, если, допустим, мы уже докачали, то на троечку, если делится, то нанесете демеджа очень много. То есть, иди сюда, наливай, насыпай. Вот такая вот у нас способность. 20% от максимального здоровья идет в бонус. Плюс микростанчик на 0.33. Не стоит забывать, я уже, по-моему, о нем говорил, не говорил, не знаю, колдаун 7, мы на косты 110. И, в принципе, это все. Это все, ребят. Очень полезный спелл, очень жестко контрит силачей, потому что, вот как на пуджа, дум кидаешь и просто ЛВЛом ему бах, минус 20% от максимального здоровья, бах, это два раза нюк. За 14 секунд можно 40% здоровья снести. Вы представляете, что это такое? Это нечто. Гоу к ультимейту, ребят. Самое время, ребят, поговорить об нашем ультимейте. Ультимейт на думе в 85-й карте немного переработан. А именно переработан дэмэдж. Дэмэдж у нас тут становится чистым уроном. Чистый урон — это значит, что 100% нанесется определенное количество дэмэджа, которое написано у нас на бумажечке. Соответственно, смотрите, как у нас будет это все работать. В зависимости от уровня прокачки, допустим, на первом левеле у нас будет наноситься 20 дэмэджа, на втором 35 и на третьем 50 дэмэджа чистым уроном будет наноситься на персонажа, на ком висит данная способность. Ультимейт у нас таргетный и длительность у нас 15 секунд. Калдаун у нас 100 секунд всегда. Длительность ультимейта у нас немного может увеличиться с покупкой аганима. Но насколько немного, я чуть-чуть позже расскажу. Смотрите, таргетная способность, позволяющая при накидывании на какого-либо персонажа, enemy оппонента, соответственно, будет у нас давать такие плюшки. Во-первых, оппонент, на котором будет висеть дум, он не может юзать способности, он не может юзать предметы. Он... так сказать, растерянный, это мы не будем считать, он растерянный, не знает, что делать, он начинает убегать. Третье, что, и так, какой дает бонус у нас еще ультимейт, это то, что у него отключаются пассивки с покупкой аганима, но об агониме мы немного позже поговорим. И четвертое, соответственно, мы не можем ничего покупать в магазинах потайных. Плюс, пятый момент, это идет у нас дебаф. Дебаф каких-то положительных эффектов. То есть, допустим, если на инвокере висит Bloodlust Ogre, то мы его снимем. Но если же там от нашего виномансера висит какой-то яд, то это мы снимать не будем. Соответственно, вот такая вот небольшая тема по ультимейту. То есть, да, с покупкой аганима. Смотрите, у нас висит тут что написано, типа, есть типа улучшение какое-то с аганима. Что у нас будет улучшаться с аганимом? Давайте поговорим об аганиме. Увеличивается длительность и выключает пассивки на цели. То есть, соответственно, если это будет мартретка, то у мартретки уберется промах. Если это будет легион, у легиона уберется его вот этот вампиризм плюс контратака. У Акса уберется крутилка, у Зевса уберется третий спел сжигания хитпоинтов с, так сказать, не от максимально, а от данного количества здоровья. И, в принципе, вот такой ульт. Плюс с покупкой аганима у нас ультимейт становится бесконечным, если наш оппонент находится в радиусе 900. То есть, соответственно, ультимейт, во-первых, у нас станет длительностью 16 секунд. 16 секунд плюс, если enemy у нас в 900 АУЕ входит от дума, то есть, допустим, в нашу АУЕшку, то есть, допустим, мы накидываем на него дум, смотрите, он отходит, он сейчас не в АУЕшке. Дум сейчас идет 13 секунд, 12, 10, но как только подходит, опа, застывает 10, вот так. То есть дум у нас становится такой бесконечной способностью, если мы находимся в 900 радиусе к оппоненту, на котором висит данная способность. Выключает, так сказать, я уже сказал насчет пассивок, да, выключает пассивки, дебафит. Невозможность юзать какие-то предметы, невозможность юзать спел. То есть такой спел дум, это такой ультимейт, который, ну, реально очень неприятный. Если дум кого-то выцепляет, то добра не жди. Как избавиться от этой способности, от дума, соответственно. Ну, можно купить банально линку, но дум может сбить линку своим третьим спеллом. Ну, это единственная, как бы, такая тема. Плюс дум, как бы, можно накинуть в БКБ. То есть, допустим, если персонаж у нас нажимает БКБ, то есть мы на него кинем дум, по нему первое время типа дэмэдж не будет идти. Смотрите, минус итем, лацк, минус итем, 120. Допустим, инвокер прожимает БКБ, накидываем. Опа. Инвокер у нас БКБ стоит, да, ну, видите, баф. БКБ, так сказать, пропал, дэмэдж проходит, опа, инвокер становится маленький. Вот это, конечно, непонятная тема, что, допустим, просто убирает, так сказать, статус БКБ, да, ну и дэмэдж проходит. То есть, ну, я помню, что через репел проходило, да, через репел проходит, это 100%, но, видимо, еще смотрите, как по механике, вот, допустим, я даже не знал, убрала баф,
БКБшки и просто начала дамажить, хотя БКБ висит. То есть, ну, это такое на самом деле. Ну, можно сказать, это фишка. Вот вам такая небольшая фишка. Я, если честно, сам не знал. Я думал, если честно, не будет дамажа. То есть, мы можем, я знал 100%, что мы можем накинуть БКБ. Но, как видите, игнорируют БКБшки. Вот, интересно, я сейчас проверю еще Найкса будет ли игнорировать. Вставочку тут сделаю. Возможно, будет и Найкса игнорировать. То есть, если Найкс будет в рейдже, мы накидываем его на рейдж. Его будет дамажить. По окончании рейджа также будет его дамажить. Вот такой вот у нас ультимейт, ребят. Блокируется линкой. Есть АОЕшка с ультимейтом, вернее, с аганимом. У ультимейта есть АОЕшка, которая позволит нам давать дум бесконечный. Плюс еще о чем нам нужно помнить, что есть такие определенные способности, то есть, допустим, как у Пуджа второй, да? Дум, по идее, должен выключать все, да? Но у Пуджа, допустим, второй, ну, я думаю, они неоднократно видели, дум такой бежит, опа, Пудж включает второй, и мы такой дум ему в лицо кидаем, и Пудж начинает со второго себя запиливать, еще с нашего ультимейта запиливаться, и такого у него двойное запиление. Также армлет. Если кто-то включает армлет, и плюс мы на него дум закидываем, то есть, соответственно, он не может выключить армлет и будет умирать в два раза быстрее. То есть, ну, вот такая тема. Единственное, о чем помню, это Вич-доктор, если, допустим, кастует свой хил. Ну, как кастует, он его включил, все, пошло сжигание маны, и, соответственно, мы накидываем на него дум, он будет хилиться, и, как бы, дум не выключит этот хил, и, соответственно, у нас ВД будет всех рядом хилить и бегать в думе. То есть, ну, такая тема. Ну, какой дурачок будет кидать дум на Вич-доктора? Конечно, если это Вич-доктор в керри, у него 30 рапир. Ладно, не суть, ребят. Надеюсь, вам понравилось такое небольшое объяснение, что такое дум. Дум — это такая тема, которая позволяет накинуть на нашего оппонента ульт, и все, он не может ничего делать, он не нажмет ни в инвентаре ничего, ни скиллы, ничего, пассивки не работают, мартретки там, промахи не работают, то есть вообще ничего не может сделать, если у вас есть аганим. Если у вас нет аганима, то пассивки не отключают, и 900 АОЕшка не добавляется, то есть дум не будет у вас бесконечный. По монокостам у нас, в принципе, тут все просто: 150, 200, 250 маны, колдаун у нас всегда один и тот же, 100 секунд, и все. Все, рейндж закидывания ультимейта 550. Ребят, более нет смысла говорить о ультимейте, потому что все, развеять ульт тоже нельзя. То есть, ну вот такая вот тема. Ребят, надеюсь, данный гайд вам понравился по разбору всех способностей, по полочкам постарался вам разложить, как обычно, чтобы вам было более понятна механика данного персонажа. Соответственно, это все. Давайте перейдем к геймплею, и я хочу пожелать вам приятного просмотра. Все, стараюсь сделать в ажуре, чтобы вам нравилось, и надеюсь, качество звука вас тоже устраивает, потому что новый микрофон, как говорится, в сообществе, смотрите, все выкладываю, как бы ставил, собирал. Спасибо ребятам, кто помог, и, в принципе, все. Ребят, приятного просмотра и хорошего вам гайда. Поехали смотреть геймплей. Да, какая же приятная тут музыка. Не знаю, ребят, писать. Теперь немного непонятно стало гайды, потому что микрофон... Да, микрофон бомба. Вы заметили, вот сейчас звук немного поменялся. Я сейчас пишу звук на другом режиме. Этот режим, по идее, должен считывать как можно сильнее именно направленный звук. Именно направленный звук. И, то есть, ну, не должен захватывать как бы клавиатуру, но клавиатуру все равно захватывает. А на другом режиме, на котором я писал вот именно первые моменты, вот типа объяснения по гайдам, типа, я писал на офигенный, ну, качество звука мне вообще очень нравится, именно то, но очень слышно клавиатуру. Но тут, кстати, если честно, клавиатуру и так слышно. Раньше на старом микрофоне было нормально слышно, и сейчас как бы все равно чуть-чуть слышно. Но это такое. Не знаю, ну, напишите в комментах, то есть, какой звук лучше оставить. Не знаю, но сегодня еще и... Типа, ну, не знаю, какое звучание будет лучше. То есть, ну, мне не нравится, как звучит вот сейчас микрофон. Если честно, я знаю, как он будет звучать. Мне нравится именно, как он звучит, когда вот, ну, когда я писал именно объяснение. Ладно, ничего, ребят, возвращаемся. Все мы знаем, что Doom у нас имеет очень хороший прирост силы. Прирост силы очень хороший, но очень мало ловкости он получает. Соответственно, атак спида у нас нету. Соответственно, армора у нас тоже не очень много, поэтому как-то будем... выкручиваться. Сказали, что Doom очень слабенький в плане, ну, типа, хпшек там, хпшек, не хпшки, типа, он хиленький, он вообще слабенький. Не, ребят, не слабенький. И, кстати, самое важное, что нужно сделать, это обязательно перед каткой попить волшебного раствора. Кока-кола со льдом. Это просто нечто. Так, что-то там вообще.
Там типа пофиг всем. Ребят, мид иду, напоминаю. Я вот не знаю, если честно, как вам Дума показывать. Сначала я, наверное, сделаю так. Первая катка будет. Скорее всего, дефолтная, потому что нужно будет даггер. Я уже вижу, что нужно будет цеплять инвокера. Пуджа, Тиника. Скорее всего, будет даггер. Даггер, блейдмейл. Ну, можно будет сделать барабаны, потому что мобильность и монопул очень нужна для данного персонажа. И, то есть, как бы, вот как вчера человек спрашивал, собираешь ли ты, типа, джангер? Типа, почему его не собирают? Типа, его не считают за предмет этот предмет, потому что он якобы, ну, глуповатый, типа, такое, ничего не дает, но на самом деле предмет очень сильный. Поэтому, скорее всего, сейчас соберем. И я, если честно, не знаю, в ранний файт или через мидас идти, потому что, ну, тут... Блин, файты всегда классно, типа 85-я карта это файты, это соответственно сделать аркану, сделать грифсы и просто душить. Сейчас будем как-то, я не знаю, пробовать, потому что, ну, гайд и гайд, не гайд, типа... Гайд, не гайд, типа я как бы должен по идее вам показать, но я тут, если честно, сам теряюсь по затарам, потому что на 85-й карте все немного по-другому. Ну, скорее всего, пойдем через дефолты. У нас мипа какой-то дикий, увидели, сразу взял сапог, побежал, три ветки, готов. Так, окей, берем вот такой закуп. Сапа нету, куру позже возьмем, написал, все, и поехали. Еще самая главная интересная фишка... Что Doom, как бы, ну, он такой персонаж, которому в начале, ну, по-прикольному будет взять сатира, который будет давать ему регенерацию. Это реально прикольно, потому что позволит нам стоять на линии более уверенно. Или можно, в принципе, на худой конец найти хотя бы Вилдкина и взять с него армор. Но армор, конечно, такое, потому что это аура, и она будет пушить линию. И, к сожалению, будет палить вас, если вы будете подходить к лейну. И, соответственно, ну, такое. Так, ну пуш сапогом, возможно, даже придется тут сжать скорчит, чтобы поднять боевой дух. И пытаться, не знаю, забирать руну. Итак, ну посмотрим. Сейчас посмотрим, все покажет. Время покажет, все покажет. А убить же могут. Убить же могут. Гоу. Понятно, самая быстрая рука на Диком Западе. Понял. Забирает руну, но обязан был оставить. Не знаю, почему не оставил, но ладно. Ладно. Наверное, тупо за крипом сейчас охотиться не будем. Инвокер засуицидил атавр своих крипов. Эх, не добиваю. Дума можно, кстати, идти как хейл, так и, в принципе, мидлейн. Я считаю, что этот персонаж имеет вот такую возможность, потенциал. И, соответственно, стоять в миду, это ничуть не зазорно на данного персонажа. Он и отличный хейл стоит, и мид. Тут как бы, ну, нормально. Это нормальная тема, ребят. Вот, ну реально. Чисто считаю, это нормальная тема. Думе... На Думе мид, в принципе, персонаж... Не слабенький. И поэтому мидлейн, он, в принципе, этот персонаж должен вытаскивать. За счет скорчетов. В принципе, ну, посмотрим на инвокера. Инвокер такой вроде ластхитит что-то. Сколько там? 20 секунд, погнали. Инвокер вроде что-то такой бодренький, да? Ластхитит что-то. Так, ПЛ у нас умирает? Нет, не умирает. О, фурболк. Но фурболк тоже, не, ну, так сказать, прикольно. Сейчас мы тупо схаваем фурболга целого и уйдем. 6 секунд. Крипы там все равно стоят под табором. Enemy 2, 1, 0. Все, поехали. Отлично, третий левел и пошли. Скорее всего, будем максить скорчит и уходить в ганг. В ганге, как-никак, у нас потенциал того, что мы просто бешеные залетаем в драку. Но тут нужно будет нам сапог, конечно, определенные артефакты, чтобы, ну, по приколу подушить. Почему я взял манго? Манго взял, типа, с монопулом проблемы. Манго немного решает эту приколюху. Аура атак спида работает. Можно прикайфовать немножко. Хорошо. Ну, тычкует. Но это первое время он так тычкует. Хотя может подловить, в принципе.
может подловить. Тычку, это армора нету. Один армор это очень мало. Но мы можем подловить его чуть позже. Сейчас подхилимся. В принципе, я думаю, тут даже не зазорно будет основную. Ага. Ну, профи там. Профи на инвокере прям. С санстрайком попал. Молодец. Ну, тычкует, тычкует. 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 Прям агрессивно играет, я не знаю. Не знаю, поможет ли ему это. Сейчас чуть надо подзарегениться, 300 хп. Есть. И будем через корчит бежать просто. Волосы назад. Вертолет, вертолет. Гоу. Хорошо. Хорошо. Но не хватит демеджа. Я, если честно, клэп потерял на какую? Стан на... был раньше на Т, потом его поменяли на W. Я клэп потерял сейчас просто. Реально клэп потерял. Это смешно, конечно, звучит, что потерял клэп, но типа реально потерял. Так, но он не убьет меня тут, типа. Там типа еще санстрайк ожидается. Нормально, я себе несу айтемы. Несу айтемы. А, ясно, я себе несу айтемы. Да, они реюзнули. Но мои тиммейты, как обычно, в своем репертуаре. Реюз и ГГ. Ну, тяжело. Инвокера дэмэджа много. Но, в принципе, это временка. Стоит в квасе. Найс, не схавал еще и без маны остался. Че на топе? Отроп гоняет. Иллюзии взял. Но пуш на низу, да? С дабл дэмэджем. Хорошо, отличная руна. Но мне нужен, в принципе, хил сейчас, и я могу выехать на инвокера. Там 600 хп. Он, в принципе, не страшен мне. В принципе. С появлением дума. Но я, если честно, не чувствую, что у меня прям так налегке тут мид стоится. Потому что, типа, еще и пуш. Вот, блин, реально, тут нужно хил поставить. Хил вард и захилиться. Не знаю. Ну, как-то так. Потому что по-другому я хз. По-другому я хз. Типа, потому что пуджа я не вижу, мне нужно вард поставить. Буду видеть пуджа, буду уверенно стоять на миде. Потому что пуш мне роумит. То говорят, как гайду изи у тебя, ты изи на гайдах играешь. Ну, видите, сейчас тут напряжно немного. Напряжно немного, как видите. Пуч, роумит, стоит, мешает. Повезло, что хуком туда не попал, я бы там умер, я его не видел. Как бы такое. Ну, ждем, может отлагает. Клэп, клэп. Как я потерял клэп, это, конечно, орр. Я не мог его найти, жму W, Т жму. Но С уже под конец, F нажал даже. Такик. Хотя мипа вроде нормальный был. Отходим здесь по крайней стороне. Через фазы пойдем. Хорошо. Хорошо. Пуч тут. Да, я понял. От хука главное увернуться. Хорошо. Главное от хука вот увернуться. Роумят, пацаны. Хорошо. Скорчит в макс. Что, ну, типа, скорчит реально помогает тем, что ты становишься, ну, блин, мало того, что ты на пассиве можешь вносить много дэмэджа, так ты еще и, в принципе-то, хилишься не хреново, я вам скажу. Реально, не хреново. Хорошо, подождем руну, надеюсь, пуджа я увижу по карте и пойду зароумлю что-нибудь. Даже тут, в принципе, хил надо заюзать. Считаю. Да, пуч на топе, все, сейчас подом на инвокера. Отлично. Не знаю, под тэшку. Go, в принципе, все есть. Клэп. ЛВЛДС. Первого левела.
Оп, все. Отлично. Почему LVLDs в единичку? Потому что делятся на 6. Логика. Вот так вот, ребят. Ну, LVLDs пока не качаем. Не качаем. Пока не качаем. На один левел, чтобы можно было как-то, ну, временно. Так, иллюзии. Что тут за крип? О, фурбалк, отлично. Отлично. Ладно, го его так сожрем. КД не пройдет все равно. Го отведем еще. И можно, в принципе, сейчас сделать барабаны, чтобы поднять монопул, чтобы не таскать себе мангусы. А можно с full free выфармить что-то более полезное. Но по-любому тут сейчас мана нужна нам. И стик взять. И, в принципе, можно будет кое-что прикольное сделать. Не знаю, задумки есть, задумок много. Попробовать Мидасиус сделать. Мидасиус, и, в принципе... Хорошо. Гоу. Иллюзии подолбят немного. Хорошо. Долбят они в этом нормально. Знатно, так сказать. Хорошо. И Blade Mail. Мидас, Blade Mail и поехала. То есть Мидас сейчас для ранней стадии. Отлично будет. Приколюха еще в том, что с помощью первого спелла мы способны поднимать левел очень быстро. То есть мы сразу жрем большого крипа, мы поднимаем за него золото сразу и отлично поднимаем. Так, ну там может быть, будет. Хорошо, отлично. Но пришлось дум на него слить. Опа, это что? Опа, это что? Ну не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Так не пойдет. Не-не. Фазы взяем и все, просто убегаем. Изи. Изи. Что-то меня тут загангать хотят, походу, да? Колдснап. Колдснап дэмэджа не хватает, чтобы сбить ману. Не хватает, очень мало дэмэджа. Так, шестой левел. Пятый левел, отлично. Пока не качаем. Пока не качаем LVLDs. Пока не качаем. Так, ну стоят на миду. Хорошо. Могут подловить на сон. Типа сон дай и все. Типа, ну. Стоят. Страшно. Страшно подходить. Вот так вот делаем. Кушаем просто аккуратно на рендже. Сейчас мне уже медасик будет. Пойдем. Сразу закинем в лесочек и хорошо. Стоят. Как бы. Такие, знаешь. Ищет. Ищет. Как бы подловить бы его. Гоу сейчас нужно. Ну, чуть-чуть прождать еще. Мидасиус. Есть. Манку возьмем. Можно взять волка, будет дэмэдж. Но я беру пока клэп. Пока клэп, в принципе, идеально. Замедление. Это хорошо. Главное ничего другое не кушать. Все будет огонь. Дум такой лейтгейминговый персонаж на самом деле. Потому что, ну, реально, в лейте им по кайфу. В лейте по кайфу. Лейте по кайфу. Зря не прокачал Девоур. Реально зря. Гоу на базу, наверное, может сходим. 400 голды есть. Сейчас типа что-нибудь гинганем. У нас есть ультимейт. Убьет хорош. Ой, молодчина. И ушел бы еще. Вообще было красавчиком все это дело. 9 хп. Найс. Молодец. Молодец, Фантом. Переиграл что-то там. Его, походу, выхукали. Он начал драться. И санстрайк ловит, да? Жалко, жалко. Жалко. Ну, мы сейчас возьмем... А, все, инва на миде. Инва на миде. Гоу, вот так вот сделаем. Щит можно продать. Взять лучше манго. Какой левел? 9. Ну, жаль, что 9. Жаль, что 9. Пока не высовываемся. Ну, хочу подловить. Вот так вот сделаем. Идет в темноту. Точнее, ставит себе вард.
Хорош, бро. Да не тут изиш, на самом деле. Да, да головой, think about. Знаю, что с Вексом хожу. От всех СС уворачивается. Бро, горит прям, очень горит. С МХ. Ребят, напишите в комментах насчет этого инвокера, что думаете? Насколько сильно жопа у него подгорела после таких мувов, когда берешь, покупаешь банальный смоук и бежишь просто гангать инвокера, и у него жопу срывает, говорит МХ и тому подобное. То есть, насколько сильно от 1 до 10 подгорел инвокер, ребят? Насколько сильно от 1 до 10? Но на самом деле тут еще не вечер. Потому что, типа, как бы, дело такое, что нас еще, в принципе, там, нас 4. А это значит, что нужно тут играть за 5. Тут за 5 надо играть. Отлично. Не спушат. Надо сейчас что-то активно. Надо очень активно. Я стою тупо мид инвокера убиваю. Нужно очень активно играть. На топ надо идти. Ну, вдвоем они там просто изи разносят. Надо очень активно играть. Там очень много контроля. Очень много контроля. Очень много контроля. Очень много контроля. Скорее всего, даже придется что-то мощное делать. Но дагер в любом случае сейчас будет. Пудж идет. Будем пуджа убивать. Дагер надо, ребят. Гоу его. Сейчас будем ЛВЛДС качать уже. Ой-ой-ой-ой. Ну, я мог засейвить, я клэпом там не попал, хз. Тут, конечно, ну, не, я не думаю, что моя недоигровочка тут, там как бы он на хук попался, не знаю. Банально так. Ну, и я тоже мог его засейвить. Блин, я не знаю, тут двоякая ситуация, ну, в любом случае мы идем атаковать, я мог дум дать, с одной стороны. Но с другой стороны, я не дал дума, убили двоих. Двоякая тема, но перед снайпером извиняюсь, если он будет смотреть это видео, потому что, ну, я не знаю, но он сам, в принципе, виноват, что на хук попался. Тут как бы тоже к гадалке не ходи. Хук поймал, умри. Жопа горит там тоже, пацана. Гоу-гоу-гоу. Захилю тавр, так сказать. Захилю крипов. На крипов, кстати, не работает. На алиет именно хиро работает. Ребят, есть у меня дагер с дагером. Нужно сейчас ставить варды, бегать, искать инвокера, продавать стик. Гоу. Гоу-гоу-гоу, инвокер, вон он. Мидас. Несмотря на то, что инвокер сосет в миде, типа, у него все равно есть мидас на 14 минуте. Это... Не, я Б. Я Б. То есть это как бы говорит о том, что там парень как минимум что-то соображает. То есть у нас тут проблема будет в лейтгейминге, поэтому тянуть нельзя. Так, у шамана дагер. Собираем информацию, прочекивая всех. Считаю нужным взять смока. Блин, не знаю, мне бы еще и... Опс, мне завардиться надо хорошенько. Гоу, побежали так. Пуч. Убивайте его вдвоем. У него 160 ман, но только, там только дисмембер и все. Зря вы его так... Я не люблю, когда драка затягивается. Типа, он сейчас может выйти, дать фиссуру. И убить сразу на месте. А не пытаться там... Так, ребят, ну тут крипов нет. Ну, никаких не покушать нормальных. Тут тоже нету. Найс, суицид. Сейчас там файт будет, я иду на файт. Гоу, один вардик здесь ткнем. Ти не пришел. Бегу, 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 бегу. Бегу, 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 бегу. Нет, не бегу. Надо в лес идти. В лес, надо в лес идти. Инвокера, 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 чтобы у пацана жопа полыхала. Потом будет овер тяжело. Потом будет овер тяжело. Овер тяжело потом будет. Сейчас в лес побежим. Блин, сейчас день начнется, печалька, не смогу воспользоваться максимальной, так сказать, эффектом максимальной неожиданности. О, имба варды. Сюда.
БМ нужен. Ну, на ловца и зверь бежит, что ли? Реально, на ловца и зверь бежит, ребят. То есть он сам пришел, я уже думал, я не убью там никого. А, конечно, с монопулами. С монопулами проблема. 8-й левел. Блин, ну на 4, давайте пока оставим. И 8-й тоже левел. Эх, зря ты так спалил. Печально. Не-не-не, уже нет смысла. Там по 8-му левелу в профите оставить прокачку. Четверочку. Будет скорчить, можно пойти. Типа реально. Без Б. Скорч там. Маны не хватит все равно. Страшно. Варду взял. Опа. Убивай его. Убивай, пацана. Лол. Ладно, я на Б. Он просто в меня кнопки нажал и все. Пока не докачиваем ЛВЛ, потому что там 2 по 8-му. Сейчас опять побежим инвокера. У нас дум уже почти есть. Побежим инвокера убивать. Тини. Тини реально будет проблемой. А, застрял. Ага, нашел вард. Но это нормально. Этот вард 100%. Я не знаю, я поставил этот вард, чтобы тупо... Слушайте, а он шаман АФК, что ли? Лол. Девятый левел. Видели дэмэдж тоже нанесся все равно. Неплохо. Не докачиваем. Оставляем. 2500 есть. Фантом будет умирать там, да? Он будет его колдснапом зачем-то. Но все равно умирает. Окей, бежим. Пуджа вроде нету. Пудж резнулся. ГГ. Пудж резнулся, ГГ. Печалька. 3200 есть, гоу. И будем что-нибудь прикольное дальше собирать. Сейчас играем по дефолту, дефолтная сборка, ребят. Соберись и плей. Все, соберись и плей, ГЛ. Сейчас была моя ошибка, что я не ушел на даггере. У меня был даггер, и, соответственно, я за это поплатился. Я за это поплатился. Ну, там Атропос. Атропос не прощает такую тему. То есть, ну, я мог уйти. Но я пытался промедасить. Видели, микроконтроль подвел. Пытался промедасить крипа и блинкануться. Типа, ну, это, знаете, это, типа, в драке кинуть медас, это, типа, профессионализм прет из задницы. Так, что у нас? Скоро уже будет, да? Скоро будет. Хорошо, гоу. Откинем нашу голдишку-золотишку. Есть. Скорее всего, next там будем в лотар выходить, потому что, типа, ну, страшно вырубай. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Есть кнопки. Найс, закрыл, братан. О боже. Кстати, забыл упомянуть в гайде, что добивать можно под думом персонажей, если у них процентовочка хп ниже 25. Реально, это очень жесткое упущение, потому что некоторые...
типа пишут deny, deny, некоторые думают, да нельзя, можно deny все яды, абсолютно все. Типа, ну, пусть это там, ну, ножик копы, такие вот спеллы. Нож квапы, а потом виномансера, первый спелл, второй нельзя. То есть, как бы, ну, и, соответственно, под думом тоже можно ласхитить. То есть, это такая особенность. Не знаю, как я упустил такое. Ну, блин, когда пишешь гайды, всегда пытаешься максимально все рассказать. Но все равно что-то можешь забыть, ребят. Ну, это погрешность гайдов, что есть какая-то вот такая вот, ну, минусовочка. Ребят, можно вообще уйти в фарм, просто не драться. И вы охренеете, сколько голды вы будете получать с мидаса первого спелла. Я только к кемпу подошел, у меня 2400 уже. Это очень много. Но мне нужно на базу. У меня такой айтем билд, что... ХП не хватает, вообще категорически. ХП, МП. Не, ну с ХП это нормальное дело. Я тут немного просто зазвездился, что МП просто не хватает. Скорчит-то помогает жестко. Там аппарат, ой, аппарат. Парень на Атропосе нагнетает, если честно. Вон он идет. Выйдут тут крипы, если поджечь земельку. Скушать. Ой-ой-ой-ой, что я увидел только что? Камень, камень. Б, Б. Отдаст сейчас гем. Будем пытаться забирать. Там камень такой в инвизе здоровенный стоит. Я просто периферии, знаете, когда сидишь, типа, ты смотришь. Когда ты играешь, ты видишь игровой процесс немного по-другому. То есть, ты не видишь, вот как вы видите на стриме, полный монитор. Ты видишь меньше намного обзора. У тебя перед лицом вот только вот такая вот область. Это, то есть, это игровое зрение называется. И, соответственно, то есть, ты именно видишь только в этом диапазоне. В другом диапазоне ты ничего не увидишь. И я так, знаете, раз такой иду, у меня вот, вот я здесь был думом, и вот у меня в диапазоне такой раз так, оу, там камень здоровенный в инвизе стоит. То есть, я начинаю понимать, что нифига, типа, ну, типа, нифига себе, надо валить. Типа, дело дрянь. Дело дрянь. Надо валить. Так, ребят, все на самом деле плохо с монопулом в таком скилл-билде, но типа две манки в атаку. Кушаем по КД. Можно уйти в Moment Speed. Вообще изи. В принципе. Сейчас, наверное, пойдем что-то такое, что типа Шива, там не Шива, что-нибудь такое интересное. Что будет позволять нам быстро двигаться. Но мы сейчас побежим. Вон, видите, инвокер Джанга собрал. У него все плохо, он пытается за счет стат выехать. А мы сейчас тупо в наглую пойдем. Там, скорее всего, вард стоит. Или нет, или да. Или дан. Хорошо, пойдет. Я так, на подсейв. ЛЛДС. Жаль, инвокера не зацепил. Ну, вообще, на самом деле, пятиминуточка, можно сказать. Потому что мидлейн прям высолировал жестко. Дум появляется, все, ты просто овер доминируешь, если правильно все нажимаешь. О, бро. Салам. Вот так вот делаем через shift. Ой, 15 левел, приветики. Пистолетики там, как Ягами говорит. Типа Doom бесконечная, можно просто за ним бежать. Но я его добью, чтобы не бегать полдня. Видели, как хп улетают? Это жесть. Гоу, мистик купим. Пойдем в Шиву. Шива позволит нам замедлить энеми при такой беготне. Я собрался в беготню. Этот айтем билд именно для беготни. То есть тебе... нужно просто бежать. Гоу, я, может, прыгну, типа, заклепаю. Заклепаю. Хорошо, пойдет. Просто зарубили. Хорошо. Вертолет, вертолет, сбери меня в полет, гоу, тпшусь. Опача. А тут уже проблема. Тут Атропа. Атропа. С... Медасик кинем и уходим. Все. Так сказать, пришел на файт, ушел с файта. Потому что там Атропос, от Атропоса не хочется стоять на месте. Но там, в принципе, можно это все вытончить, но, честно, желания нет. Ребят, гоу дофармим. Шиву, да Шивы, тут копейки остаются. Давайте засечем. 25-57. Начинаю фармить Шиву. Насколько быстро я ее выфармлю, эту Шиву, в лесу. Жаль, только нету никаких пауэрапов в плане.
в плане того, что нету ни топорика, ничего. То есть будет тупо фарм. Скорчит сейчас откатится. И будем смотреть, как быстро я выфармлю. Надо крипа, кстати, поменять. Сейчас что-нибудь возьмем, типа на moment speed. И будет по кайфу. Так, 1400 есть. Гоу, куру отправим. Так, ну уже минуту почти фармлю. Голдишка на месте стоит. Уже почти минуту фармлю. Реально. 3,7. Опа. Полторашка есть. Полторашка есть. Гоу на базу. И остается нам 600 золота, да? 600 золота остается. Сейчас забахаем. 600 золота. Типа закидывание одного мидаса, в принципе, и один раз покушаться. И все, мидас у нас через 17 секунд. Ну, типа 2 минуты. Ну, минута, но слабенько, если честно, слабо. То есть тут даже вот 10 секунд, 12. Можно, в принципе, подождать, тупо вот этих закушать и все. То есть, ребят, это в файтах, в принципе, Doom раскрывается в файтах. Тупо, ну, скорчит для команды, вот это вся тема. И плюс, пока вы бегаете, у вас это все очень быстро кдешится. А все вот эти фарм-скиллы вы просто попутно закидываете. Понимаю. Попутно закидываете и все, то есть у вас все готово. Гоу, шиву дофармили. Очень даже, в принципе, быстро. Ну, 1,5 минуты, и, в принципе, я дофармил 700 голды. Найс. Ну, не так быстро, как, в принципе, хотелось бы, но... Типа, такое. Такое, согласен, ребят, такое. Гоу, вот это продаем. Возьмем пачку вардов. Пачку вардов. Один вард взял, побежал довольный. Все, гоу. Прыгает у нас ЕС. Пытается убить Атропоса. Сон. Ультимейт надо было этому. А уже тут поздно, ты же ничего не делаешь. Надо было ультимейт просто давать парню, все. Гоу, по лесу пройдемся. Хорошо, есть. Поехали. Поехали в лес. Как только смоук падает, надо... Не знаю, гоу вот сюда поставим. Нету никого. На ХГ сейчас будем заходить туда. И крипа можно, нужно даже какого-нибудь найти, я считаю. Полезного. Типа стан, нет смысла брать, он слабенький. Типа кентавра можно взять, чтобы запрыгивать в драку. Я даже не знаю, как тут еще какой-нибудь интересный другой билд придумать. То есть на думе я играл всегда на 83-й карте. Это очень прикольно на 83-й у него все получается. Дум очень сильный на 83-й, реально. На 83-й он прям сильнее в разы. О, гофорджи-то скушаем. Оп. Вкусный. Вкусненький. Тиника гоняют там. Ну, подойдет ближе, я прыгаю. Гоу тогда. Атропа. Бегу, бегу, бро. Живи. Не отменяется клэп. Попытался отменить. Понимающий. Тэшку. Санстрайк. Под парня. Не, ну типа юслесно. Я не буду бить. Так, есть. Хорошо, гоу топ. Сейчас можно вообще по фану что-нибудь радиенса собрать. Ну, типа, радиенс нет. Радиенс собирать можно на ранней стадии. Вот давайте некстом, наверное, попробуем страту через радиенс. Ребят, напоминаю, что на моем канале гайды выходят где-то, ну, 2 гайда в недельку точно выходят. Кому интересно, подписывайтесь. Гайды информативные, вы можете просто реально много чего-то узнать. Какие-то страты, меты, старые меты, новые меты. И обязательно смотрите видосы до конца, потому что благодаря тому, что вы смотрите видосы до конца, вы сможете понимать больше механики в этой игре, нежели чем когда мотаете, просто смотрите какие-то микромоменты, ошибки увидели, ага, все, ошибка там одна. И типа все, типа рак там туда-сюда. Типа не, ну так вы либо учитесь, либо нет. Я могу смело заявить, что я могу чему-то научить. Потому что, ну, во-первых, я уже довольно-таки, ну, немного подрос. Плюс есть опыт. Есть опыт. Но то, чтобы вам, как бы, напомнить, что там топ-игрок. Нет, все, не буду это говорить, потому что скажут опять ЧСВ. А что не скажи ЧСВ? Ладно. Но советую подписаться. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Потому что это реально главная мотивация на то, чтобы делать такие видосы, как я делаю сейчас. В принципе все. Приятного просмотра. Так, go mid. Go, go, go. Шаман
Опять я... W, блин, да почему W? Т всегда было. Но мне... Я тут умер. Просто умер из-за того, что, типа... Всегда Т было. А, боже, я ору просто с этой хрени, серьезно. W, какой... Они постоянно кнопками, но сейчас W. Т был, стомп. Стомп. На Т было. Лол, ребят, вот кого вот эта тема не заботит? Вас заботит эта тема, реально? Потому что это очень напряжная фигня. Стомп. Он, блин, вот я сейчас реально опять кнопку искал. Потому что не посмотрел снова. Реально, она раньше на Т была. То есть они постоянно меняют кнопки зачем-то. Зачем вы так делаете? Объясните. Ой-ой-ой, я опять, ну просто сдох из-за того, что... Дурак. Все, я все сказал. Скучненько. Гоу. На этот раз я не ошибусь. Я даже в Blade Mail тут бахну. Замедляю. Понимаю. Ну, типа на снайпера сыграл, сейчас мог на добивон сделать. Хорошо. Окей. Вардим, как обычно, на всех гайдах варжу. На линии, на как, несмотря вообще ни на какого героя, то есть на любом герое приходится вардить. Не знаю, норма это или нет уже. То есть я всегда на всех гайдах чисто варжу. Всегда. Всегда. Что там у нас? 6 секунд. 6 секунд и готово. Ну на хайграунд, я думаю, вообще не составит труда зайти. Так, есть. Да. Доминатор со скади работает. Да, надо бы сделать видосик вам по орбам. Что стакается, что не стакается. Я думаю, вам будет полезно. Ну, плюсик в чат, кто, так сказать, мечтал об этом видосе всю свою жизнь, тысячу лет. Томилась эта идея во тьме, и появился Азес, и начинает делать эту срань, разводить. Так, но я не хочу тут умирать, потому что тут кто-то в лес пошел, и, возможно, там тени будет. А, нет, тени в инвизе не будет. Хорошо. Атропос на миде, 13 левел, жаль, не 15. Гоу, побежали. Найс. Ну, сбей, пожалуйста. Он же меня кушает. Ах ты, руинер на ЕСе. ЕС, ЕС отдал. Просто ЕС отдал меня, реально. Понимаю. Он мог все сделать. Но ему там сон дальше дали. Не захотел просто помочь. Найс, фижу. Но команда в плюсе. Фижу, но команда в плюсе. Вот. Некому подставиться, как думаю. Снайпер умирает. Найс. Красавчик. Красавчик. ЕС сейчас реально не доиграл, мне не понравилось абсолютно, потому что он меня 5 секунд тупо стоял, в гриппе держал, и все. Че, мне придется линку делать, что ли? Я не хочу линку делать. ЕСу нужно было просто волосы назад бежать под Атропоса, чтобы дать... Не дать, вернее, а файнда сделать. Типа тут сейчас игра затянется, что если... Типа, инвокер сейчас купил Аганим, там даггер начнется, это мы на ХГ хрен зайдем. Потому что, типа, если я так буду позиционироваться, начинать первый драку, потому что никто больше не начнет, то это будет очень плохо. Но ульт на 83-й карте, конечно, посерьезнее, в плане того, что он убивает 1500 хп на изи. А тут он такой, знаете, вяленький, такой, вроде пофикшен, чистый урон, да кому он нафиг нужен? Лучше по 150 дэмэджа, чем 50 чистого, реально. Ну вот логически подумайте. 150 дэмэджа просто в секунду, но там не 150, там 130 где-то будет наноситься. Плюс, блин, тут 50 этого дэмэджа. Да это, ну, неинтересно. Кому это интересно? Серьезно. Слабенький ульт, очень слабенький. Не знаю, Blade Mail не очень хочется делать.
Типа, боюсь, даже линку придется делать от атропоса. А можно тупо в какашку одеваться и все. Давайте МС возьмем. Не буду стан брать. Или Лотар еще нужно будет взять. Лотар. Ты че там, Кабольдик? Как дела? Раз, два. Все, готово. Ребят, ну не мешайте, мне тут надо крипчика скушать. Все, побежали. И все, и подох. Минус три. Но зато дум сейчас бесконечный. Опа, а это проблема. Это проблема, это ГГ называется. Уговорили сделать блейдмейл. Вижу, что он реально необходим. И добили. Да, блейдмейл. Делаю БМ. Делаю БМ. Реально придется дерьмо тарить. Придется делать блейдмейл, линку, БКБ. Ну, такое. Не люблю такие гайды. Люблю что-нибудь интересное с разносом. Но, видите, они начинают камбэчить из-за того, что я не собираю то, что нужно. Фижу из-за того, что команда не хочет... не хочет помочь, когда нужно. Ну, и тини, соответственно, герои такие. Ну, будем сейчас позиционку держать. Блейдмейл, жать БКБ, нажимать линку. Все, собираем нужные предметы. Хорошо, чтобы побеждать. Хорошо, я думал, тут будет немного полегче, поэтому как бы расслабился и тупо деньги держу в кармане и все. Но на миди в этот момент решил. Но это временно, это временно. Да ты сам просто никого не убиваешь, ты лох, а за лучше? Конечно, а за лучше. Конечно. Я соло-то убиваю, пока я думаю убиваю, но типа в драках неправильная тема. Так, забираем. 380 золота, ну типа, блин, хз. БМ там вообще просто must have. Они не выиграют эту игру, никак. Только если позиционка выиграет. Блин, ну вот типа я вардить должен, я... Ладно, уговорили. Хорошо. Хорошо. И Лотар, наверное, сейчас сделаем. Потому что вместо даггера будем через Лотар бегать. Пусть варды покупают. Пусть варды покупают. Соло-то я убиваю. У меня топ-левел, по-моему, на карте. А, нет, там. Уже у Тиника тоже левел хороший. Ну, Тини такой герой. Одна кнопка, две кнопки, ГГ. Че, варды есть, нужно поесть. Нужно варды расставить последний раз. И продавать мидас уже. Сейчас накидать в крипов. Как можно больше, на 1006 золота. И можно рефреш, в принципе, сделать. Хорошо. Кто там? Атроп. Убивайте его. Типа он слишком далеко зашел. Жаль, что 16-й. Ладно. Понимаю. Но нету детекшена на него. Зря скорчит нажал. Гоу. Гоу зайдем. Инвокер задизейблю. Только без скорчита хреново будет. Пушьте. Просто пушьте. Что фиа? Иди, мид пуш. Фиа, он пишет. Фиа. Хорошо, кушаем крипов по кдшке, главное. Скорчита нету. Главный основной персонаж, который у нас будет бить тут всех, это у нас, соответственно, наш фантом. Зря ты так подставляешься. Нету кнопки. Но я типа на себя жопу забайтил. Хелпуйте! Алло! Хорошо скорч тут кдешился. Жесть, что происходит? Дай ему ЛВЛДСа, пожалуйста. Печалька. Но так, и, так мы не выиграем, типа. Смысл такой, что так мы не выиграем, конечно. Ладно, я понял. Понял. Молодцы. Фастовый дэмэдж нужен. 2к есть, можно поесть. БКБ скорчит, поехали.
А, пошел спасать Тиника. Снайпер позиционку тоже не держит, некому дамаж. Нужен фаст дэмэш. У меня, то есть, такой персонаж, который, тем более, сейчас он собран. Так, что... А, хорошо. Ну, интересно будет уже. Уже интересно будет. Сейчас пересоберемся. Сейчас пересоберемся. БМ. БКБ. Купить лотар. И в дэмэдж идти. Хорошо. Уф, продаем Медасиус. Гоу лотар. Лотар сейдж. Сентрей нет, да, соответственно. Гем, ах ты гем. Купил на шамане челик. Ну типа, блин, хз. Такое, глифа нет, скорча-то нет. Гоу попробуем. Хорошо. Его шамана попробуем догнать. Не знаю, правда, насколько далеко он мог убежать. Типа, ну, скорее всего, на ТП ушел. Гоу сюда. Можно рефреш данному персонажу собрать, просто два дума в драке кидать. Но, ребят, линку надо сделать, я так думаю, чтобы Атропос невзначай не поймал. А, вон он, шаман. Блин, печалька какая. Какая печалька. Тини, меду. 3800 есть. У меня слоты-то кончаются. Слоты кончаются, это плохо. И что-то надо... Блин, а чё ж реально-то собрать-то? Думы раскидывать. Шива, даггер. Лотар, даггер. Пока оставляем. Пока даггер оставляем. Просто нужно позиционкой взорвать их. Позиционкой взорвать. Да, советуют рефреш. Я сам прекрасно понимаю, что, возможно, тут нужно будет рефреш собирать. По-другому, скорее всего, никак. И что еще нужно будет? Я пока не знаю, что еще. Сейчас соберемся, подумаем. Хард гейм тут. Типа, как-никак будет. Хард гейм. Хард гейм. 4200 на кармане. Ну, Мидас продали уже. Пока пофармим тупо на пассиве. Нужно ловить. Рефреш будем на базе иметь. В инвентаре мы его не будем таскать. Это 100%. Главное на шамана не пойматься. От шамана, вот с шаманом реально шутки плохи будут. Эх, блин, мог сейчас инвокера убить я. А, линка. Да, не страшно, в принципе. ЛВЛДС и Дум сразу. Закидываем. Так мне надо стилить. Хорошо. Тупо по мне работаешь. Ну а по ком еще, брат? Ну ты стоишь в открытую, никого на карте больше нету. Логично, что я на тебя пойду. Это просто изи. Гоу вот так вот сделаем. Так, нет, это надо вот так вот сделать. Вот так вот. Гоу. Гоу. Есть кнопки. Смело. 30 секунд. В тиника дум закину. Ага. Печалька. Печалька. Зря рефреш юзанул. Но ничего, кдешится пока. Тиники расы, конечно, это мощно. Лупи его, что делать. Ну, лотар, лотар, лотар. Ес, давай, помоги. Наконец-то ж сбей что-нибудь там.
Как-нибудь-то, ёпта. Пока, парень... Опа, меня видно. Дизейблю как могу. Есть, отлично. Плиз, дайте жить. Все, найс. Шамана рефреш заюзан был. Б. Из укрипов подточим немножко. И уйдем. Все, хорошо. Отличненько. Можно еще Октарин на базе носить. Ну, то есть вкладываем в Октарин, ложим в себя Октарин, юзаем рефреш. И типа погнали. Ну, хард, хард катка. Надеюсь, next будет полегче. Я вот думаю, стан брать, нет, moment speed, в принципе, полезная тема. Стан не очень хочется брать. Прочекаем, сколько там рефреша кдшится будет. Если что, будем юзать base TP плюс... Плюс юзание. Go Blade Mail в таверну. Неоправданный Blade Mail, не знаю, не нажимается, не прыгают. Неоправданный Blade Mail. Пока что. Лотус можно собрать, лотус полезно будет реально. Лотус отражать будет инвокера кнопки. Все кнопки в принципе. Фантом бежит, бежит. До допеля нажми, лолик. Сколько еще КД там? 40 секунд. 40 секунд КД. Хорошо, оставляем пока в инвентаре. Пока не знаю, что буду брать next там. Лотар есть, дагер есть. Можно апнуть будет лотар сильвера, чтобы не башиться аптиника. Типа, блин, везде эти крипы. Везде. Хорошо. Го, пробежимся. Тини мид. Бежимся. Опасно, я сейчас тут стою и хожу. Возможно, на рошу пошли. Да, скорее всего, рошан там. Запинаем крипов на миду. Гоу, 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 гоу. Жаль, лотара нету. Заходим в инвиз. У меня ГГ тут. А Дум я кинул? А где Дум, собственно? Подождите. Я Дум не кинул, у меня ману снялось. А, в линку, я Дум в линку зарядил. Я Дум в линку зарядил. Ну, есть байбек. Придется жать ББ. Блин, ну, типа там нужно было настолько быстро действовать, что, к сожалению, я не забыл, что там линка реально. Я думаю, в линку дал. Хотя инвокера бы я тоже задизайблил. Шамана надо дизейблить тогда или Атропоса? Серьезно. Потому что, типа, как по-другому? Походу, шамана или Атропоса придется дизейблить. Я хз, как по-другому. На хг, стойте, я хз. Шаман. Ну, а я сейчас попробую чисто тогда этим... Его. А, достал. Умрет тут шаман. Умирает и вардики разбить эти. Гоу, сначала Атропоса разобьем. Ливнувшим снайпером вношу больше импакта, чем снайпер, который когда он играл. Вот так вот делаем через shift. Через shift, чтобы у нас персонаж тупо бил эти змейки и все. Хорошо. Ну пойдет, типа задефились, блин. Но это, я не знаю, то типа я прыгаю. Рассчитывал на ЕСа и линку дал в... В линку дал Doom. Это плохо, ребят, это плохо. Фантом одевается, пока не знаю. Тяну, 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 пока фантом одевается. Надо забрать вот эту тему. Хорошо. Я знаю, куда нам надо идти. Вот сюда сейчас. Гоу, вот так вот. То по-любому кто-то пойдет сейчас дефить. Рефреш у меня КД 70 секунд еще. 70 секунд еще КД. По-любому кто-нибудь топ сейчас да пойдет. Только день сейчас это хреново. Меня видно будет, если я в наглую пойду.
Гоу по лесу пробежимся тогда. Если что, Тини Кайсю... Не, ну тут не фармят, видите. Опа. Хорошо. Идет на свою команду. Понимаю. Ну, чисто кайтим. Кайтим, ждем, пока Инва умрет. Просто и все. А Его тоже неплохо. Хотя бы. В инвиз ушел. Все. Пойдет. 50-75 секунд пойдет. Можно догон собирать. Типа догон тоже такой артефакт, позволяющий вливать дэмэдж фастово. Это неплохо. В принципе. Шаман на низу. 19 левел. Но левел там пока не кратен. У инвокера какой? 23-й. Надо 24-й. Уйти не 24-й. Тоже Лотар Гейминг тут. Такой. Неприятненький. 19 левел. О, yes, кнопки нажми. Опа, ча. Меня сейчас дизейблить будут, да? Да, дизейблят. Что поделать? Ну, я отойду, чтобы... Нет. Отойду на низ лучше. Все. Дум сейчас откатится. Ну, змей ставит на хайграунд, на деф. Змей на деф. 6к есть. Сейчас, скорее всего, придется либо некров делать для детекшена, потому что нужны варды. Варды некому ставить. Хорошо. Идти не может сюда прийти. Но тут проблема в том, что у меня с аганимом... Да, Тини, видели ауру? А, нет, это моя аура. Нет, это Тини аура была все же. Не тут еще. Поддерживаю. Хорошо. Ти не должен умирать. Хорошо, я тоже умирает. Просто двоих держу. Хорошо. Есть. Минус 2. Инва пришел. Печалька, и меня дизейблит. Ну, шейкер, если не поможешь, я тебя не знаю. Так хейтить буду. Хорош. Но умру. Оба умрем. Да как так? Не хватает, просто не хватает немного. Я не знаю. Как будто, знаете, вдвоем играем. Ух, как же тяжко. А сколько нас? Так мы реально втроем играем, лол. Блин, ну рефреш надо на базе оставлять и какой-то слот забивать, потому что оно не хватает. Как же тяжко. Я минус 2 делаю соло, типа, а дальше ничего не происходит. Это печально, это очень печально. БКБ инвокер. Блин, как же это реально тяжело, ребят. Сейчас именно потная катка, я не знаю. Ну, давайте, я не знаю, какого-то крипа надо брать на дэмэдж, что ли. Ну, блин, дэмэдж тоже мне. Мобильность. Сама то, вы видели, как я передвигался? Дагер, блин, дагер, лотар. Лотар там, типа, продам сейчас лотар, скорее всего. Буду максить догон, потому что не хватает фастового дэмэджа. Вот, или БКБ от шамана. Не знаю, шаман очень много делает. Неприятный тип. Реально, потому что сетка типа 30 минут. Гоу, линку, тупо вместо лотара линку, может, попробуем? Я не знаю. Вместо лотара линку. Мид надо задефить. Где снайпер? Где снайпер? Я не вижу снайпера. Ребят, вы видите снайпера на карте? А, понимаю. Понимаю. Гоу, на бот. Хардкатка, конечно. Я еще и без ББка. ББка. Не знаю, зачем я... Блин, у меня такое, знаете, типа... Постоянно агрессивная игра. Постоянно стараюсь забайбекаться и вернуться в игру и что-то сделать для команды. Все, одну шрапнели нормально. Бабек. Бабек. 38 секунд. Линку или БКБ. Но БКБ, проблема в том, что БКБ я могу не успеть нажать. А линка-то сработает, если дадут. В любом случае. Какую-то кнопку.
Все, отходим. А троп на топе. Гоу, пробежимся. Прочекаю сначала инвокера. Байтит, наверное. Прочекаю лес. Почти есть рефреш. Вокера нету вроде. Но это мой. Стопроцентно. Можно, знаете, что сделать сейчас на характере? Можно. Успею? Не успеваю. Печалька. Но если кто-нибудь в магазин сюда зайдет, будет хорошо. Так сказать, на чаек. На чаек, на кофеек. Идите, идите, идите. Типа я сейчас тут пацанам помогу на миде. И бегу. Бегу, все, надо бежать. Я вижу, они уже на рампе. Скорч-то пока не жму. Я не знаю, ребят, надо идти, ё-моё. Надо идти. Го! Тиника я, не знаю, задизейблю. Го вот этого шамана. Хорошо. Лакомый кусочек. Хорошо. Две змеи только тут стоят. Мид, 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 мид. Кинет там в дизейбле, но он уже живой. Опа. Я не пойду туда, типа я там также умру. Все, я тут на бэк. Тупо я без байбека еще. ЕС тпшится зачем-то. Ну так, в принципе, можно. Хорошо. Просто спамитесь. Но там, скорее всего, есть кнопки, да? Нет, отойти надо. Манапул сейчас будет. Манабуст. Отойти. Интересно, есть там у Атропоса кнопки? Побегаем пока так, поделаем. Дела. Правда, я могу сейчас умереть. У меня вроде как там есть кнопки. Хорошо. Ну, ребят, за такой пот лайк, подписка по-любому. Просто я не знаю. Тут... Тут реально надо напрягаться, чтобы эту игру выиграть. Там 70 секунд. Смотрите, сколько там секунд. КД. Го. Типа тут хз. Очень долго что-то. Ес, только фиссуру не сливай. О, у него Battle Fury. Зачем фиссуру сливать? Фиссура основной спелл, который помогает нам. Блин. Там тавера нет? А, тавера нет. Я типа сделаю вид, что я ушел. А на самом деле зашел. Найс. Пуш, 8 левел нам. Пофиг на него. Пуш. Пуш, пуш, пуш. Шаман. Серьезно? Печалька? Это печалька. Это просто сейчас печалька произошла. Ну, типа, я не буду рефрешать, чтобы сейчас просто... Блин, шаман успевает дать сетку. Ну, линка. Ну, блин, нет, линку вот я... А, я просто не могу линку, надо делать. Не мне, а тебе. Мне, говорит. Как мне убили, говорит. Ну, его выхукали просто. Я стоял, ждал позиционку. Ну, типа, сейчас байбек придется жать. Я про тебя спрашиваю, а не про себя. Ладно, придется жать байбек. Блин, ну дума нету. Маны нету. Атропос тут. Я могу умереть сейчас за ульт Атропоса. Реально. Пришлось, типа, бахнуть. Рефреш. Ну, задефи.
Слушайте, а Ганим чем мне тут помогает? Только то, что вырубает. То есть, ну, то, что он бесконечный, и все. Типа, так-то, может, что-то в дэмэдж собрать? Да в дэмэдж, блин, у нас фантом есть, чтобы дамажить. Зачем нам что-то еще? У нас есть глиф еще. О, ясно, две змеи. Октарины. Понимаю. И глиф не работает. Ну, в смысле, не глиф, а именно не работает бэкдор-система. Почему-то. Я не понимаю вот это. Рефреш на базе оставляю. Двадцать первый левел. Кто там еще? Фантом, давай загрызем его. Загрызли. Хорошо. Боже, сколько я слотов поменял уже. Что за руна тут есть, интересно? Хейст. Отличная руна. Самое время. Хорошо. Трон, да какой трон, мы тут изи. Хорошо. Дал кнопку шаману. Я не хочу умирать, нет байбека. Пофиг на этого шамана. Гоу, тини инвокера. Лучше убить. Да что ты ко мне подходишь? На тебе вечный дум сейчас будет. Шива есть, можно поесть. На нем вечный дум висит. На шамане там вечный дум. Он зачем-то подходит, не знает, видимо, что делает. Линка есть, можно поесть. Хорошо. Его пушим просто. Захилю тиммейтов. Не захилю тиммейтов. Хорошо. Понимаю, захилю тиммейтов называется. Да, вот это я, конечно, понимаю, пот. Гоу на базу, рефреши за нем. На базу. Лотар выложим. Понимаю. Понимаю. Далее. На призванных существ это по кайф, конечно. Вся эта работа. Под на призванных это по кайфу. Боже, посмотрите, как Тинику достается. 400 хп улетает просто. Печалька. Не собрать БКБ Линку, не. Да нафига ему такие айтемы. Гоу туда. Не знаю, лотар, дагер, блин, в основные айтемы кидаю. Мобильность превыше всего. Шамана главное не поймать. Хотя если он уже пытается поймать, сейчас он уже не поймает. Линка. Вот так вот, да. Просто вот так вот. Линка, хопа, и готово. Че за ЕМПшки? Инвокер, прекращай это дело. Найс, прыгаю. А,
Дебил на Азесе. Гоу, там змеи, смотрите, какие на деф кидаются у нас. Мы это аккуратно попушим. Рапира. Фантома. А чё ЕС ходит? Прыгай, ЕС! Отличный, отличный момент для того, чтобы прыгнуть. Отличный момент, чтобы прыгнуть. Я тут живу, по идее. Хоть и скорч-то нету, но... Окей, живу все равно. Хорошо. ГГ. ГГ. Боже, крит, вы видели? Изи. Ну вот такая катка, ребят. Надеюсь, вам она понравилась. И, соответственно, го вторую. Что ж, ребят, недолго думая, знаете, что я подумал? Сейчас нужно будет сделать именно правильную игру. Я считаю, что данная игра, которая будет сейчас происходить, а именно через грифсы и барабаны, это будет именно правильная игра. И я сейчас попробую ее вам показать, потому что все же 83-я карта очень сильно разнится с 85-й. Поэтому в 83-й карте был бы профитный тот, так сказать, билд, который я вам сейчас вот, ну, как бы показал в прошлой игре. А в этой игре будет профитно по-любому собрать что-то немного по-другому. А именно, на 85-й карте будет профитно тут собрать нам грифсы. Мы будем... Мид. Мы будем... Так сказать, не зависит от монопулов. Будем очень жирны, сделаем Blade Mail 100%. То есть мы сейчас сделаем грифсы, далее FBM. Мы будем выходить в такого танка и Radiance, скорее всего. Посмотрим, как мы Radiance с Blade Mail немного поменяем, но сделаем нашего персонажа более, так сказать, устойчивым к всем вот этим проблемам. И не знаю, ребят, иногда можно дума собирать, в принципе, через Tranquil и Soul Ring. В принципе, но вариация тут очень большая. На 83-й карте я очень часто делал фазы Soul Ring. То есть ты перед дракой нажимаешь просто Soul Ring и бесплатный дум даешь. То есть маны как бы хватает на все. Но там смотрите сами. Я сейчас сыграю через грифсы 100%. Я думаю, это будет вообще изи катка, потому что через грифсы это вообще изи душиловка будет. Потому что грифсы как-никак это вечный монопул. Будет, по идее, Аркана будет очень много мандовать. 600 маны будет примерно где-то уже на 4-й минуте. И будем пробовать. Будем пробовать, ребят. И следить за левелами, главное. Чтобы пользоваться третьим спеллом более четко и правильно. Ну, на один раз, как обычно, возьмем, скорчит в макс. И будем как-то пытаться задушить. Ребят, в общем, всем приятного просмотра, кто еще остался, так сказать, на этой премьере. Ребят, напоминаю, что премьеры гайдов проходят именно... Я делаю именно премьеры, потому что не вижу смысла выпускать гайды не в премьере, потому что их, ну, не любят смотреть просто так, ребят. А вот когда премьера, люди собираются, смотрят, им интересно, они думают, что это как стрим, иногда даже донатят. Но, ребят, осуждаю вот эту тему. Смотрите, когда заходите на YouTube, сразу смотрите, премьера это или стрим. Обычно стрим, оно написано стрим, а премьера это написано премьера. Плюс премьера заранее говорится, что будет премьера такого-то, такого-то гайда. То есть, как бы, ребят, ну, за этим... Ой-ой-ой-ой, ну, затрынделся мне ГГ тут. Отойди, каски кинет. Хорош. Ну, чарж. Хорошо. Минус хпшки. А, проблочил меня еще, понимаю. Но я ухожу тут. Эх, минус хил. Ну, как же так-то, а? И куры нету, да? Печалька. Бывает. Бывает, ребят. Бывает. Но я тут вряд ли выхилюсь. Вряд ли. Курочки нет, да. Но придется сейчас чуть терпеть. Терпеть, ждать бару, умирать и, скорее всего, идти на базу, играть от базы. Оп, хорошо. Так, ну не переагрилась. Но ничего, снайпер чуть подпушивает линию, это радует. Ну, в принципе, манга нас должен выручать. Давать какой-то реген. И скорчит будет. Будет попроще. Ну, забайтил меня на лад. Всегда, когда байтят лад, ты убираешь руки с клавиатуры, с мышки и пишешь латенс.
Это очень сильно отвлекает, если честно. Но пока постоим, похилимся и далее будем действовать. Скорчит будет, будем душить. Скорчит-то нет, нет смысла и душить-то, в принципе. Надо будет куру взять, в лесочек сбегать. А за скоржей немного неудобно, в лесочек не сбегаешь быстренько. Тут приходится отдельное время находить и идти в лес. Сейчас будет скорчит уже, будем снайпера немного душить. У него демеджа много, строксы. Хорошо. Хорошо, все, у него шрапнели нету. На 85-й карте шрапнели ужасно кдешится. Гоу немного подушим, пацана. Хорошо, пойдет. Я, видимо, как только выехал, сразу дум побежал на меня. Найс, не добил. Печалька. Гоу, в лес сходим. Возьмем куру. На этот раз, блин, ну почините уже бинды. Когда ж вы уже почините? Ужас. Что тут у нас будет? Ну, хотя бы так, я не знаю. Ну, будет очень сильно пушиться линия. Что поделать? Жаль, ни сапога, ничего нету. Сапог очень нужен. Мобильности нет никакой, ни хрена. Тяжело, тяжело. Ну, хотя бы тут монетка лежит. Это радует. Хорошо было бы, если был бы сатир. Сатир. Сатир — это круто. Сатир — это интересно. Сатир — это круто. Давайте, наверное, не будем линию пушиться. И так она будет очень сильно пушиться. ЛВЛДС пока не будем брать. Но, блин, этот крип, если честно, будет руинить очень сильно. Он очень сильно будет руинить. Я даже боюсь, если честно, гайда на снайпера, потому что... Типа, снайпер настолько слабый на 85-й карте, что даже гайд на нем будет овер тяжелый. На 83-й это овер изи будет. А вот на 85-й это, конечно, обоссывальня будет. У меня есть кнопка еще. Он думает, у меня ее нету. Щищ! Оу, хил. Хил мана, поехала. Ну, снайпер, молодчина. Не думал, что ЛВЛДС есть. Понимаю. Где ты таких ракви находишь? Спросят сейчас кто-нибудь. Ребят, ну, ошибся парень. 1-1-2-1. Вот так вот качаемся, и у нас все будет хорошо. Все думают, что у тебя нет ЛВЛДС. Так, ну, сбивает. Пришел сбивать именно. У него главная задача — прийти сбить мне ману. Ребят, надо идти в лес. Нужно найти нормального, достойного крипа. Если я сейчас успею отвести себе, то будет хорошо. Нет, не успеваю. Нужен нормальный крип. Нужен нормальный крип, это не крип. Это такое. Прикольно, это Chain Lightning от Гарпи. Волк, ну давайте хотя бы волка. Волка хотя бы, я не знаю. Go. Иллюзию возьмем и вернемся за волком. Это ужас. Нос забитый, не могу дышать. Не могу дышать. Кстати, можно петь в этот микрофон. На стриме. Будем петь. Почему нет? Хорошо. Скушали. Волка с аурой строго взяли. Хорошо, возвращаемся на линию. А, ладно. Рекуру. Рекоур пишем. Возвращаемся. Хорошо. Будем спокойно сейчас стоять. Мана летит уже. Отдал Луне. Луне отдал, дайте. Хорошо, вот так вот сделали. Гоу. Просто меня бьет как крипа. Ты шо, дядя? О, спасибо за подписочку. Кто-то в офлайне, когда подписывается, всегда радует. Ребят, кстати, нас уже 12 тысяч. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что следите за моим каналом. И, ну, кайфуете, если кайфуете, то я рад, на самом деле, что вы кайфуете с моего канала, что нравятся гайдики, вот эта вся тема. Слушайте, ну давайте немного его пожучим, погоняем под тауэром. Не будем рассчитывать на баратрумов. Вот он, баратрум наш. Ну, добиваем. Добиваем, убегаем. Все, есть. Какой там 170 маны? Ну, надо бегать вокруг деревьев. Бегать вокруг деревьев. Интересно, обманул он? Обманулся, да, обманулся парень. Называется «Бегай в трех соснах». Ой-ой-ой. У него уже есть чарж.
ищет меня. Такой ходит. Я чувствую, ты где-то рядом. Я тебя хочу убить. О, го, кентаврика. Он тут, блин. Это если тут вард стоит, это, конечно, провал будет. Но у меня есть скорч. Все, найс, ушли. Хорошо. На базу не хочу идти, хотя желательно бы сходить на базу. Но есть скорчит, в принципе, я 500 хп себе подниму со скорчита. Хорошо. Опа, ультимативную заряжает. Но типа не поможет. Очень много хп хилится со скорчита. Хорошо. Монетка нанизу. На топе вернее. Ну, типа, 600 хп захилил, до свидания. До свидания. А шо ж ты меня так не любишь, снайпер? За что? Я же тебе слот дал. Гоу на базу, все уже сходим. Возьмем хидресочку. Хорошо. И тпшечку. И обязательно вардик. Вардик, вардик, ребят. Без вардика нечего делать. Гоу в лесочке скушаем крипа, чтобы на опорожняк не ходить. Просто чтобы просто так не бегать. Мы идем домой, перевариваем крипчика. А почему нет? А почему нет? А что такого? И желательно этого забрать. Ну, конечно, вот этого крипа нежелательно забирать нам. Ну, в смысле, чтобы, ну, откатилась вот эта вся тема. И гоу. Забываю постоянно ДНД писать, потому что очень сильно бывает отвлекают. Так, и возвращаемся на исходную. Да, тут нужно будет делать блейдмейл, потому что там тракса, там снайпер. Блейдмейл тут, конечно... Боже, он мне тавр почти спушил, пока я там АФК бегаю. Лол. Говрещи, плиз. Он мне тавр снес просто. Я проиграл. Т1, бо. Б5 там, все такое. Боже. Ну, я что-то прогулялся. Это называется затрендился. Он аквилу включил просто и давай долбить. Ну, типа, мне тут уже вард на миде не нужен, потому что я проиграл свою линию, по сути. Он мне снес тэшку. Тэшку снес. Опа, бара бежит. Че по левелу? 6. Ну, оставляем, типа. Это плохо, типа, сейчас меня могут тут просто с ДДшкой. Хотя нет, не могут. Вот так вот сделаем. Я типа заряженный. В этот раз я знаю, где у меня стан находится. В этой катке я знаю, где стан находится. Только если сейчас еще раз вылетит, будет трэш. Уф. Уф. Изи. Ну, потненько. Потненько. Помог. Урна убьет, по идее. Убьет урна? Нет, не убила. А если я ее прокачал, наверное, убил бы, да? Но не хочу. 6 левел сейчас у всех на 6 левел делится. Пока не будем качать. Ну, потненько. Потненько, сами видели. Сейчас мека будет, будет попроще. Хорошо. Найс, как у снайпера не сработал этот спел? Я просто кайфую. Это просто было бы минус очко. Ну, не повезло бы. Серьезно. Гоу, тпшусь. Все, хватит танчить. Хватит танчить. Хватит танчить. Есть мека. Скорчита ждем. От скорчита будем работать. ВДшка 5 левел. Скоро у ВД будет 6 левел. Будет попроще. Бара, вообще видели, как сыпется под ЛВЛДСом? Просто вот эти левелы смотреть, и все будет хорошо. О, хорошая руна, отлично. Как бы сейчас сделаем грифсы тупо, или не знаю, БМ желательно бы сделать вообще, чтобы вытанковывать очень сильно. И подфармливать. Подфармливать. Сейчас девоур 3 левела, и будем, так сказать, бара. Бежит, нету тпшки, жаль, надо тпшку. Тпшку надо тиммейтов сейвить, есть мека. Есть все вариативности играть с тиммейтами. Помогать. Так сказать, пользоваться преимуществом 85-й карты. А ведь преимущество 85-й карты это файты, файты, еще раз файты, ребят, напоминаю. И поэтому эта сборка будет намного профитнее. То есть, ну, прошлая катка была потненькая прямо, а это такая, знаете. А гоуманы залью тебя, раз ты прокаст нажимаешь. Быстренько забираем и уходим. Че там?
Боже, посмотрите на этого баратрума. Что творится? Убивает, не убивает, жалко. Но уже нет смысла тпшиться. Пятый левел. Апнет шестой. Ну а из каски прыгает. Апнет шестой, изи катка. Ууу, братишка. Я выезжаю, даже на саппорта дум не жалко будет. На-на-на-на-на-на. Только не стил, брат, плиз. Ну за что? Зачем? Зачем так делать? Что за торрент? Ладно. Понимаю. Ничего страшного. Чё по левелам? Восьмой. В четыре уже. В пять. Нафига я взял? Ну, в двоечку должно быть уже. Оп, ладно. Ладно. Прокачиваем. Пофиг. Гоу, грифсы добьем. Аккуратненько. Чё по крипам тут? Гоу. Скорчит, зажжём. Почти есть грифсы. Хорошо. Отлично, гоу. Инвиз заберем. Бара. Шестой левел ВД. Ну, наверное, ТП придется изо. Да, через ТП пойду туда. Если что, ману заюзаю. Аккуратненько. На 4 делится, да? Гоу дум не будем вкачивать. Качали ЛВЛДС. Ну пойдет грифсы, типа, но я там бы ничем не помог бы. Опа, а тут типа мне ГГМ, надо грифсы покупать и в таверну отправляться. Туман войны, если поможет, нет, не поможет. Никак. Ну тракс, не знал, что тракса нет МХ. Не знал, что тут тракса еще будет. Втроем на низу АФК, ребят, стоит, но ничего. Печалька, блейдмейл, блейдмейл, есть грифсы, сейчас блейдмейл и поехали. Типа на грифсы очень много золота требует, нифига себе попадает. Сразу метку ему дай, чтобы не прыгнул. А он даже не собирался прыгать. Ну, пока есть грифсы. Сейчас будем помогать команде. Го. Деритесь. Деритесь. 5 секунд. Хорош, попадает торрентом. Ага, сейчас. Гоу, я тут. Гоу, плиз. Найс, грифсы не взял, боже. Грифсы не взял. Гоу, души, души, души. Аркадий, души. Крипчика по пути. Так сказать, через лес, через горы. Оп, думчика. Не буду бить. А вот теперь ударю. Чтоб забрать фраг. А вот это правильная катка сейчас. Видите, ну, активничаем. Да, стилер. Да, лол, я там... Я дум кинул. Алло. Стилер. Ок. Андовик, вы, наверное, сейчас... Подождите! Это как так? Это что, так можно было? Ладно, рофлы рофлами, типа, он даже такой, блин, а что ответить на это? А что на это ответить, реально? Типа, ладно, окей, давай я тебе тогда это сделаю, раз я такой. Окей. Найс, у меня затар, да? Просто грифсы. Все. Больше ничего не надо для счастья. Есть, Илир! XYSOS. 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 9,7 армора. Изи можем сейчас просто файтиться. Есть грифсы, 15 минут. Так сказать, поддержка работает. А, ПТСы идут. ПТСы капают, поддержка работает. Еще бы даггер и БМ. Вообще сказка, пушка была бы.
А чё ты меня бьёшь, собственно? Посмотри, сколько крипов. А, я понял, ещё и арова в очко у меня тут, типа. Типа, я готов файтиться тут, на самом деле. О, смотрите, это кто там такой? Жирненький животнич. Даю грифсы, даю кнопки. Изи катка. А как он умер? А, он от ультимейта, от Блэдмейла умер. БМ, мульт нажал. Ну, типа, сам виноват. Оп. Оп. А чё ночь сдвинута? А, из-за луны сдвинута ночь. Блин, ну придется маленький големчик скушать. Даггер бы, блин, вообще по кайфу было бы. Даггер бы. Ну, БМ сделаем. Будем забегать в самую какаху. И душить. Души, Аркадий, души! Души! А-а-а! Там такие, давай, давай, души его, Аркадий. О, божечки. Ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто впервые на премьере, буду очень рад. Блин, потому что гайды полезная тема, кому нравится, обязательно подписывайтесь, реально, гайды выходят неделю, где-то в неделю, ну, два гайдика точно выходят. Next гайд, кстати, будет 2 числа, это уже, скорее всего, не скорее всего, это 100%, потому что по-другому у меня не получится выпустить гайд. Гайд будет также премьерой. И 1, по-моему, или 2, когда там у меня не будет возможности стримить, к сожалению. Но я надеюсь, мы разберемся с этой проблемой. Просто мне нужно будет уехать. Golden Golin. Колин. Гоу. Задушим кого-нибудь. Хочу кого-нибудь убить. Сейчас бы даггер. Блин, да я пойду в наглую. У меня типа Blade Mail. Только деда вот этого надо, чтобы забайтил кто-нибудь на себя. Типа у меня, посмотрите на мои слоты. Типа кто мне что сейчас может сказать? Эй, лох, зебе. Вот что мне могут только сказать. Ти лох, эй, зебе, ти лох. БДшку можно убить? Пожалуйста. И пожалуйста. О. И пожалуйста. Я пожалуйста. Давай. Ну пожалуйста. О, добил! Нейтрал крипы, что? Это как так? А кто это сделал? Что-то задроты какие-то. О, корабли на снижение дэмэджа. Ну, я тут, по идее, пока что живу. Пока что живу. БМ нет смысла нажимать. Надо на ТПшке хоть дать какой относ еще. 3-9 секунд. Оп. Умру. Ну почти, 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 почти. Почти, надо вложить. Просто уже шрапнель залетела, не хотел там, потому что шрапнель немного вижена дала бы, он бы ультимейт напряг бы там началась. И тут снизу у нас подмаща была. Ну, так сказать, отдался ради команды, можно сказать, но такое, честно, не очень. Мог жить, ребят, мог жить. Даггер нужен. А как Тракса, честно, от нейтралов там сдохла, это, конечно, да, это... Овер как-то жестко было сейчас. Овер жестко. Пол хп, на. На вертолетика хотите гайд? Я знаю, вы хотите гайды. От меня вы хотите гайды, потому что мои гайды очень информативные. Вначале теория, потом идет практика. И очень интересно. Это очень интересно. Я рад, что вам нравится, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, реально. Ну, типа лайк и подписка, это... Нас уже 12к. Просто без бустов, просто 12к. Изикат, как говорится. Кому нравится, те, как бы, ну, в теме. Нравится, смотрите, не нравится, как бы, ну, блин, сорян, ребят. Я делаю все, все возможное, чтобы вам понравилось. Гоу, я ему дума дал, алло. Ты шо, наркоман? Найс тренд, бро. Какого левела там? 4-го? Крест! Дай, Алёшка! Ой, Кункейч. Ой, Кункейч. Ну давай, Кунка, удиви. Удиви меня. Дай мне... Блин, снайпер, не знаю, куда ты убегаешь, зачем? Что ты хочешь тут сделать? Иди, мой сладенький, иди сюда. Кусочек моей какашечки. Ладно, давай я тебе так сделаю. Возвращай его. Акс, 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 акс. Я не понял нифига вот это. Стилер. Стилер. Чум, не чмо, а чумо. Чумо. Стилер, говорит.
Стилер. Арирую с этих ребят. Реально, арирую. Блин, я никак не могу деворов прокачать на четверочку. Хорошо, есть даггер. Но эта катка поинтереснее, да, ребят? Та катка, она такая потная была. А тут именно овнинг, знаете, такой командный. Командный овнинг, гоу. Его надо тоже застилить. Срочно причем. Их, ну, не хватило бы дэмэджа там. Не хватило. Там 14 левел, надо было 15. Я бы застилил. Серьезно, по рофлу я бы застилил бы. Гоу, вот такие айтемы есть у нас. По кайфу. Ну, интересно. Такие катки мне нравятся. Они такие, знаешь, оживленные. Вот это дота именно, когда ты бегаешь, что-то делаешь. А не писюнчик там сосаешь. Ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. У нас уже 12 тысяч. Я хочу смело всех вас поздравить официально, потому что это большой шаг. Это большой шаг для всех нас. 12к это мало. Это мало. 12к это мало. Но 12к стабильных ребят, которые сидят, как бы, ну, смотрят. Ну, уже там не 12, конечно. Ну, потому что все равно аудитория меняется со временем. И, соответственно, ну, как бы, но все равно все смотрят, всем нравится, ребят. Я рад, что вам нравится то, что я делаю. И, соответственно, спасибо всем, кто поддерживает мои, как бы, вот эти все фишки, темы, гайдики. Я очень рад, на самом деле, ребят, что вы со мной и, как бы, смотрите и кайфуете. Спасибо вам большое. Спасибо. Так, что ж, возвращаемся в игру. Что нам нужно делать? Нужно делать ТП на сейф нашего любимого кора. Оп. Все думы, наверное, парень тут поймал. Все думы, наверное, поймал этот парень. Чисто сейвы. Сейвы. Я сколько раз уже засейвил так? Ну, как не засейвил, а, по крайней мере, размениваюсь. Ну, видите, очень полезный дум через грифсы, БМ. У меня просто сейчас устрашающие айтемы, реально. Ребят, очень профитный. Именно такой, именно айтем, такой билд, такой айтем билд, это реально профитно. Поэтому, ребят, рекомендую вам собираться именно так, через грифсы. Грифсы, как-никак, это уже 90% победы. Грифсы, это победа. Все. Пойдет. Крипчик доковырялся, не могу выйти. Оп. Оп, оп, оп. Кстати, немного могу заспойлерить, на кого будет следующий гайд. По-моему, еще не говорил. Сплэш, дальний бой. Все, больше ничего не буду говорить. Опа, тут Тракса. Да, не в инвизии, их тут четверо. Четверо тут. Да, потма еще. Все, но если Кунку сейчас начнут бить, а Кунку, скорее всего, начнут сейчас бить. Он в опасности, тут же по-любому все стоят. Да. Да. Но я не хочу под сало попасть. Все, отлично. Хорошо, вот так вот забираем, пацана. Ладно, вот так вот даем пацану грифсы. Эх, не успел дума накинуть. Не успел. Не успел чуть-чуть дума накинуть, ребят. Лотар зашел, парень. Тасты купим? Это изи, думаю. Изи даст и ГГ, там снайпер ничего не сделает. Можно даже сейчас на ХГ прыгнуть. А, не, нельзя. Скорчит-то, КДшится. Без скорчится, конечно, без скорчита думчик, конечно, не такой страшный, потому что запиливания особо нету. Ну, реально, ребят. Давайте будем, так сказать, людьми, которые здраво мыслят. У думчика нету ДПСа без второго спелла. Реально. Ну, грифсы топово заходят. Я вообще в мане не нуждаюсь. Реально. Дум даже без сапог. Как раз таки я с сапог. Лол. С одним из лучших сапогов. В доте. Так. Че собираем? Гоу. ЖЧВ напишем. Гоу. Отлично. Ой, какая ару. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пока поспамим, пацана. Ты чё, не тебе писаль. Я даже без сапога играю. Догон, догон, чисто знаете уже.
Necromastery еще сделать надо будет. Гоу, 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 по линиям. А, ВДшка там фидит соло. А, умрет наш оппонент тиммейтовый. Надо идти помогать. Пару кнопочек нажал, минус страху сделал. Через догон, конечно, я помню. Знаете, как я научился, где я научился играть через догон и когда это было? Это был далекий, где-то, по-моему, 13-й сезон. Был такой игрок, Зодиакер, у него ник был. Он любил играть на думе, он овер хорошо играл. Ну, на то время, как я помню, это он был очень такой, знаете, ну, хороший игрок. По крайней мере, я с ним играл в не до ТБ, типа, там, сколько, ну, 13 тысяч, по-моему, тогда поинтов было. Вот, и как бы он мне... Ну, как, он вообще, он такой, знаете, был чел, который... Ему что-то не нравится, он ливает. Ему пофиг был на ПТС. У него всегда было много ПТС, но он задротом был. Он именно задротом был. У него было всегда много ПТС, и ему, типа, не нравится, да вы конченый. Он брал, ливал. То есть вот такой чел. Но он играл очень хорошо, на то время он очень сильно играл. И была страта у него такая на думе. Тревела, лотар и, соответственно, аганим и догон. Это жесть, что было. То есть, допустим, идет по линии, но я это и на 83-й карте это и работает. В принципе, я на 85-й карте тоже пытался это делать, но не через догон. Вот, и он берет просто, заходит, как бы, ТП-шит, заходит в лотар, накидывает дум, просто дает прокасты и все, выигрывает этим игру. То есть, это реально жесткая тема через догон. Некоторые ребята, ой, догон, лох, не лох там, нет. Вы сами подумайте, сколько ты вносишь дэмэджа с догоном, если так подумать. Смотри, 800 дэмэджа с догона, плюс дум вешается и ЛВЛД свисит. Как бы, ну, вы понимаете, сколько это дэмэджа? Это, то есть, получается, если ЛВЛД спрокает, это 20% максимально здоровья, плюс 275, плюс 800 догон, и плюс скорчит еще пилит. И скажите, что это юсленно. Это очень много магического урона. И, соответственно, вы видели, что Тракса сделала? Тракса просто обоссалась. Реально, под тавром она обоссалась с этого прокаста. Ну, там 1000 хп. Все равно, как бы, ну. Думать надо, ребят. Если вам нужен фастовый дэмэдж, догон, это ваш случай. Гоу делаю ТП. Но там он умрет быстро. Я хочу, если честно, гоу. Хочу скорее догон себе купить. Еще левел догона хочу. У меня там уже два левела, по-моему, лежат. Не, один левел лежит. Нахрена ты меня? А, я понял. Я понял, он не хотел, чтобы я руну взял. Он хотел меня вернуть. Понял. Принял. Понял. Поняли, что он хотел сделать? Прикольный чел. Мне нравится. Так, ну что, вы готовы, дети? Да, капитан, я вас не слышу. Найс корабль. Его покликаем. Гоу. Гоу, зато мы изи заберем сейчас. Что-нибудь возьму еще. Хотя у нас есть атак спид, есть армор. Гоу. Крипчик хороший. Нужно скушать. Хорошо. И, блин, надо бы, блин, какой-нибудь детекшн на снайпера. Все же он взойдет в лотар, как бы будет напряжен. Ну, кунка сейчас будет подходить, просто он топнет, да? Нет, я лучше отойду. Так, детекшн, говорите, да, надо? Гоу, возьмем триварда и дасты. Все, хорошо. Триварда и дасты. Поехали. Я готов, в принципе, раздавать сейчас. Сейчас. Надо просто сильно не подставиться.
Опа. Пойдем поможем пацану. Гоу. Сразу вот так вот делаем через shift. Грифсы успевают. Достаю грифсами. Вы посмотрите, какой подсейв. Достаю грифсами. Эх, он забирает. Такое, ребят. Ну, надо, тут даблкил просто смелый был. Как я ему очко засейвил-то? О, упрыгал, найс. Хорошо. Пойдет. Пушим просто. Что делать? Скорчит, горит, можно впитывать дэмэдж. Какой левел там? 11-й. Жаль, нет 12-го. Опача. Ну, мне тут очко сейчас будет. Торренты кораблей, ару, да, ГГ тут. Но сейчас, если корабль залетит, все равно очень много дэмэджа. Очень много. Слишком много. Без скорчита не выжить. Со скорчитом выжил бы. Очень много дэмэджа впитал. Ну, ничего страшного, ребят. Тоже нужно порой для команды умирать. Годлайк отдал, к сожалению. Ну, Аегис взял вот этот чел, которому он, в принципе, не нужен, этот Аегис, потому что он стоит сзади. Но он, видите, он же, у него же никнейм. Сами понимаете. Поэтому он тащит. Он, спасибо Кунке за катку. Катку. Вот так вот. Напишем, пацану, спасибо. Но без рофлов. Молодец, пацан. Без рофлов. Серьезно? Такой, типа, такой, знаешь, очки снимает. Серьезно? Он меня похвалил? О, наконец-то! Напишу теперь, my name не Аза, my name Арка. Понимаю, надо свет включить, ребят. Вот так вот это все работает, друзья. Что ж, рисаемся. 2600 на кармане, гоу. Два догона еще купим. Да чего? А че мелочиться? Два догона и поехали. Катка изи. Там все, там по 500 хп у всех. ЛВЛДС и догон. ЛВЛДС догон. Еще бы, знаете, что-то сделать бы себе. Знаете что? Этот... Лотар, чтобы двигаться. Посмотрите, там 900 хп. ЛВЛДС сейчас и догон. Все, он мертвый. Просто ты убиваешь за 7 секунд КД, типа, каждые 7 секунд. Ну, надо... Блин, я надеюсь, я успею сейчас. 15 левел. Но очень я медленный. Го, крипа надо на МС схавать, чтобы компенсировать, так сказать, нашу медленность такую. Надо компенсировать. Doom в дэмэдж тоже, кстати, прикольная тема через волка. Криты очень часто. Еще можно буризу сверху собрать. Но эту игру, наверное, я в гайде уже не буду делать. По две игры буду в гайдах делать. Ну, вот это самое профитное, то есть. Это самое профитное, ребят. То есть, смотрите, учите. Делайте, как бы, выводы. Там бара нанизу, да? Вот так вот сделаем. Хорошо. О, вот он крип. О, вот он. Пацан, не души, плиз. Дай, дума дам. Нету дастов, ребят. Нету дастов. Ай-яй-яй. Я умру тут, там, типа, вообще без шансов. Там маледикт. Типа там мунлайт и все, и ГГ. Детекшн надо. Все в лесу были, стояли. Видели, просто каски, подловил на каски маледикт, там овер много дэмэджа. Ну, я, в принципе, сделал свое. Сколько? Минус 3 дали. Луны не было и Легиона не было. Легион вообще в АФК ушел. И Луна тоже фармит. Луна тоже должна была прийти и раздавать. Ничего страшного. Ну, сейчас камбэкнем. Камбуцкнем. Все, пришел Легион, да? Поехали.
закончим. Go, ребят, закончим, пишем. И поехали. Просто уже 6 часов вечера, и скоро в стрим нырять. А я гайдик, типа, дописываю. Ну... Двадцать одна секунда, Дарис. Надо... Блин, варды надо, детекшн. Три штуки лотары, плюс еще мунлайты. Реально, ребят. Вот так вот делаем. Все, поехали. Штуик. Ну, на область ультани. На область ультани, не на себя. Ультани на область, лол. Понимаю, вот этого парнишку я сейвил. Бывает, ребят, бывает. Ну, не доиграл немножко. Так, кунка там, кто там идет? Заберу ДД. Гоу. Траксаван. Гоу. Тракса, тракса, беги, беги вдоль ночных дорог. Я съел твой пирог. Го-го-го, дельку. Ух ты, это кто? Крипчика скушать драки, это, конечно, элита. Опа, еще, 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 еще. Не достаем, гоу. ВД линку собрал. Неплохо. Неплохо. Гоу. Гоу. Окей, я танчу. Или не танчу. Не, не танчу. ВД ушел живой тут. Остался. Типа я очень много хп все равно ему снес. Просто с прокаста. Ну, минус две стороны. Та-та-ра-та. Надо крипчика скушать на moment speed. Мне типа фурбалка вообще ничем сейчас не помогает. Этот дэмэдж в принципе не решает, а так спит. Ну да, так спит прикольно. Но надо найти все же крипа, который будет помогать больше передвигаться по карте. То есть нужно moment speed. Нам нужны слабые кемпы. Найти нужно кобольда. Потому что реально вот в этом скилл билде, в этом айтем билде, вернее в этом айтем билде, скилл билд это прокачка скиллов, мы, к сожалению, просаживаемся по moment speed из-за грифсов, потому что они ни хрена не дают moment speed. Поэтому изи кемпы долбим, пока не реснутся. Кобольды. Бара идет. Ривер купил. 38 секунд. Тракса. 400 хп. Печалька. Печалько. Ждем команду. Нужна команда. Это, а как, подождите, а, в смысле, а как Forces Рундира Туцк? А, Бара, ну ГГ мне тут, я гем отдал. Я гем отдал. Алло, гем. Блин, этот Бара, конечно, но я не знал, что там в инвизе стоит. Ну, отправим Куру, все равно, может, заберут гем как-то. Как-то гем заберут, может. Печалька, нашли снайпер, просто нашел. Неужели тут... Не, не вард, он просто зашел в лотар и пошел в лотаре. Я не думаю, что я там спалился. Го, го, убейте, убейте. Изи. Убивайте, ребят. У кого, правда, гем? Ну, гем, блин, забрали. А, вон гем. Гем, 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 заберите, гем. Давай, 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 торренты, корабли. Найс, Тракса умрет, и хорошо. Не умирает. Блин, ну ты ульт не нажимаешь, братан. А где ульты просадил? Печалька. Гем отдали, печалька. Ну, меня убили, видите, как много дэмэджа впитал. Не было команды рядом. Но я не знаю, мой фейл, конечно, моя позиционка. Опа, вот они. Ну, оба умереть должны от нее. А, тут все, ВД подошел. Уэп, уэп, уэп. Ну, надо найти, блин, крипа. Я тупит. Крипа нужно найти, ребят, крипа. И варды, блин, варды не могу по КД ставить. Надо переставать вардики ставить. Нужно одеваться тоже, как-никак 41-я минута, а у меня
типа, блин, ну, по итемам, один дегон и все, а там ребята одеваются. Поэтому, ну, нужно сначала крипа найти, конечно. Надо крипа сначала найти, конечно. И не подставляться, пусть ребята танчат. Луна пусть танчит. Я уже все, я типа, мне нет смысла танчить. Я уже такой буду жалящий, знаете, как змея. Как Слардар. Буду. По-другому никак. Пока леса покатаем. А, он там соло Рошана берет. Понимаю. То есть крип на самом деле очень полезная тема. Даже вот, типа, сами подумайте. ВС Омника можно взять сатира маленького. Это же имба. То есть ты покупаешь диффуз одной кнопкой. И все. Надеюсь, сейчас будет коболь, чтобы я долго не бегал. Блин, ну крабелос такая. Печалька. Крабелос такая тема. Че там на топе? Сэндж, Сильвер. Он покупал, пацан. 4-3 на топе. Если пойдет дальше, умирает. Не пойдет дальше. Но мне нужен крип, блин, лол. Без крипа хреново. Он нужен особенный крип. Пятнадцать секунд еще и крип. Может быть, будет полезен. Может быть. Взять Ghost, что ли? Go Armor лучше возьмем, Шиву сделаем. Жирными будем. Там и так, в принципе, жирные, но все равно. Так, Кобольд. О, наконец-то. Все, спасибо. Наконец-то. Сколько МС сразу? Сразу 386. Типа там 430 где-то примерно будет МС. Go Armorчик возьмем, хорошо. И Go драться. Цепанет? Хорош. Попадает. Сейчас бара прибежит. Понял. Ну, детекшена нет. Гема нет, сори. Никак тут. Никак. Можно еще лотуса сделать, в принципе. Видите, детекшена нету, типа снайпер, я там не думаю, ничего не кинул ему. О, гем. Понимаю. Хорошо. Но будет, типа, дум, я прыгну. Ну, в смысле, есть дум, будет даггер ли? Будет даггер, прыгаю. Найс, прыгаю. Хорошо, иди сюда. Иди сюда, 2х. Сейчас будет догончик. Чпоньк. Хорошо. Даблкил. Отличненько. Все, мега-крипы, ребят. Вот такие вот катки на думе получились. Надеюсь, я вам смог помочь немного раскрыть механику данного персонажа, что на нем, в принципе, можно собирать. И, блин, хорошо было бы Шиву доделать сейчас до картинки, но уже, видимо, не успею Шиву доделать. Ну, гоу, на базу сходим. Попробуем доделать таки картинку. Попробуем. Найс, даггер, видели на месте. Вот, и как бы, ну, вот такая катка. Надеюсь, вам понравится данная игра. И, соответственно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И будьте в теме, смотрите гайды от меня в моем исполнении. С вами был Азиз, и до скорого.